магазине учебник по астрономии. Вот такой толстый, 544 страницы, по-моему. Сейчас посмотрю. Да. Значит, авторы Кононович Мороз. Общий курс астрономии. Учебник МГУ имени Ломоносова, то есть Государственного университета. Надо сказать, мало учебников по астрономии в магазине можно купить. То есть там буквально по пальцам пересчитать. Один или два, или три, там максимум. То есть как-то особо нету сейчас, ну вот так отдельно выделенное. Ну вот, как бы один, по крайней мере, есть. Купил. Полистал. Ну, листал, естественно, на предмет поиска закономерностей, да? То есть, какие в этой области человеческой деятельности, ну или в области человеческого знания, да, лучше сказать, закономерности мы, люди, как-то более или менее осознали, ну и нашли, открыли для себя. Нашел, ну можно сказать, полторы закономерности. Одна называется третий закон Кеплера. Я имею в виду, ну, раз третий закон, значит, три закона Кеплера, да, вы скажете, значит, уже три. Я имею в виду закономерность, которую можно выразить формулой. Потому что, ну, еще раз, я все-таки инженер-механик, да, и даже научный поиск я осуществляю под, как бы, под определенным ракурсом. То есть, в моем понимании, все-таки, ну, во-первых, действительно, нужно вскрывать закономерности. Закономерности технарь может скрывать только, ну скажем, такие, которые можно выразить формулой все-таки, математически. Потому что дальше следует технология. Ну ведь так, ведь нам это тоже нужно, правда? Я не отрицаю других путей познания, естественно, да, ну там религиозные, ну или скажем, мистические, да, как-то там, или эзотерические, да, или скажем, какой. Какой еще-то может быть, я не знаю даже. Ну, какой-то чувственный, да, там, выходы в астрал. Ну, это, наверное, тоже, да, эзотерический. Ну, то есть, те, как бы, области, вернее, тот способ познания, который, ну, как бы, маловыразим, что ли, да, закономерностями или какими-то формулировками даже, да, или, и в основном чувственный, да, вот, чувственный или какой-то мистический куда-то, выход куда-то там. Нет, все правильно, но как бы пусть есть они, да, и пусть есть мы, ну или я, да, вот человек, который ищет закономерности, которые можно выразить формулой, в том числе, и потом применить как-то технологически. Вот я скорее так, как бы. Поэтому, что я там нашел, вот еще раз, да, третий закон Кеплера, во-первых, я там нашел, ну и во-вторых, меня поправят, скажут, ну как же так опять, да, всемирный закон тяготения. Та-та-та. Ну, поскольку я уже про него высказывался, и то, как Ньютон его не открыл вовсе, да, и то, как он его пытался выводить, но очень коряво, поэтому так, ну, скажем, полторы закономерности, ладно. Кстати, третий закон Кеплера, закон всемирного тяготения, я сейчас тоже покажу, как он выводится, кстати, из третьего закона Кеплера. Вот почему я говорю полтора. Итак, на всю астрономию один закон, по большому счету, который можно выразить формулой. Третий закон Кеплера. Как он звучит? Ну, звучит он немножко так, на слух, наверное, не воспримется особо. Я его запишу. Но все-таки скажу, да? Итак, Кононович Мороз, общий курс астрономии, учебник, страница 67. Значит, третий. Квадраты сидерических периодов обращений планет вокруг Солнца пропорциональны кубам больших полуосей их эллиптических орбит. Ну и запишу. Вот на 68-й странице запись уже есть. Соответственно, запишу. Так, значит, что у нас? У нас сидерический период обращений – это, грубо говоря, то время, за которое планета проходит полный оборот. Вот так, по-простому, да? Ну, называется сидерический. Значит,
периоды обращения, так, где писать-то я буду? Ну вот так, повыше, да, здесь. Т, допустим, один, одной планеты в квадрате разделить на Т второй планеты в квадрате равно, равно отношению в кубе больших полуосей. Большая полуось — это, ну, если, грубо говоря, орбита немножко эллиптическая, там, кстати, эллиптичность небольшая на самом деле, там порядка 3% отклонения от окружности, имейте в виду. То есть это не такие прям уж так эллипсы. То есть это там чуть-чуть совсем, капельку, но все-таки, да? Поэтому, ну, можно сказать, радиус круговой орбиты, ну так, приближенно, да? Ну, а по-правильному называется большая полуось, потому что все-таки эллипсоидность там какая-то присутствует. Это да. Ну и соответственно, значит, если первая планета ко второй, здесь точно так же, значит, А в кубе первой планеты также относится к А в кубе второй планеты. Вот такую закономерность. Еще одну книжку возьму, так, просто чтобы процитировать. Автор белый, так и называется, Иоганн Кеплер. 1571-1630, у истоков современной астрономии. Ну, такое длинное название. Значит, открываю страничку я какую-то, да, 92-ю, и здесь написано: третий закон был опубликован Кеплером в 1619 году в книге, ну, по-русски скажу, «Гармония мира». То что-то «Harmonices Mundi». Наверное, правильно произнес. В общем, «Гармония мира». Да? 1619 год, помните? Начало 17 века, а Ньютон опубликовал свои математические начала натуральной философии в 1686. То есть, ну так, прилично, да, сколько там, 70 лет прошло. И интересно, что Ньютон не ссылался на Кеплера вообще, никак. Он, помните, там на трех мужиков сослался, сказал, слушай, что вот к ним, там, по-моему, Врен, Гук и Галлей. Он в каком-то месте их употребил. Нет, может, где-то там дальше что-то и мелькает, но, собственно, свой вывод, да, он не строил на вот третьем законе Кеплера. То есть он его как-то проигнорировал. Типа, я Ньютон, я круче, я сейчас чисто математически тут вам все покажу. Ну и как показал, мы это все видели. Я посмотрел и вам показал тоже. В общем-то, никак, прямо скажем. И мне не совсем понятно, почему он так высокомерно проигнорировал третий закон Кеплера. Ну, непонятно, потому что сейчас я покажу. Из него, в общем-то, совершенно запросто выводится типа закон всемирного тяготения. Совсем не это, но как-то так. Как-то так. Теперь, я хотел, ну, еще раз, все-таки я настаиваю пока, я покажу это, что единственная такая стоящая закономерность, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд, на взгляд технаря, скажем, на всю астрономию. Но запись этой закономерности не очень корректная. Вернее, как? Нет, она корректная, в смысле, математически она правильная, естественно, но она мировоззренчески неправильная. Вот сейчас вот я приведу и буду потом все это дело рассусоливать. Вообще, весь выпуск посвящен примерно этой формуле. Ну, еще там я добавлю, но вот это вот корневая просто, самое важное. Поэтому сейчас вот буду рассказывать. Значит, что сказал Кеплер? Что обнаружил Кеплер? Кеплер обнаружил, что если взять две любые планеты нашей Солнечной системы, ну, наверное, вот так, да, отсюда подойду, и сравнить, сопоставить их, вот, ну, условно говоря, радиус их орбиты, да, так совсем по-простому, и период обращения, то есть за какое время эта планета проходит полный оборот, то получается, что они находятся вот в такой зависимости. Так, сейчас уберу это, потому что будем выводить кое-что. Будем выводить более
будем выводить более значимую мировоззренчески формулу. Ну, как, не то, что выводить, я просто покажу, как это записать несколько по-иному, более, ну, как бы приблизившись к корню, к самому. Вот смотрите. Значит, что такое период вообще? Ну, там, в механике или там в физике. Значит, период, где буду писать? Ну, допустим, вот здесь буду писать. Период равен единице на ню. Если иметь в виду под ню частоту какого-то процесса, да, вот есть периоды и частота, чисто математически. Значит, а как частота связана с угловой скоростью? Вот я к угловой скорости сейчас хочу прийти. Частота связана таким образом, ну, допустим, 2π ню равна омега. То есть угловая скорость связана с частотой, вот, таким вот образом, если частоту умножить на 2π, потому что полный оборот. Не буду долго объяснять, сами разберетесь, или кто-то знает уже. Значит, такая формула присутствует. Вот, соответственно, значит, где напишу-то? Ну, давайте здесь напишу, допустим. t равно, что у нас получается? Значит, омега на 2π. Соответственно, 2π... на омега малая. Да? Так период связан с угловой частотой. Соответственно, вот эту формулу мы можем переписать, вот поставив вместо периодов, значит, угловые скорости, понятное дело, что, да, 2π и 2π сократятся, и, а угловые скорости как бы поменяются, ну как бы, числитель в знаменателе будет наоборот. Соответственно, что получится? Получится омега 2 в квадрате на омега 1 в квадрате равно а 1 в кубе разделить на а 2 в кубе. Так, и теперь, значит, приведем так, чтобы справа и слева у нас были параметры, касающиеся одной из планет, каждой из планет. Соответственно, да, умножение, понятно. Омега 2 в квадрате А 2 в кубе равно, ну я 2, ну не важно, омега 1 в квадрате А 1 в кубе. И я бы сказал так, они равны, ну они равны чему-то, да? То есть если их перемножить, это будет число, правильно ведь? И соответственно можно написать равно некой константе. Так? Так. Значит, равно... равно константа. То есть что получается? Смотрите, угловые скорости вращения любой, угловая скорость вращения любой планеты, взятая в квадрате, умноженная на большую полуось, ну или примерно радиус орбиты, умноженный в кубе, равен некой константе. Так, запишем это. Значит, перепишем. И еще я внесу одно изменение. Угловую скорость я оставлю вот как есть. А вместо А, ну я понимаю, в астрономии принято А, но я все-таки буду писать R. Я перейду к радиусу. Ну вот, перейду к радиусу. Ну, в конце концов, а чего бы нет-то, да? Вы скажете, как бы... валяй, да? Столько всего навалял, как бы, вали и это. Ну вот, смотрите, тогда наша формула будет выглядеть так. Вот она уже в своем законченном виде. Смотрите, я имею в виду в том виде, в котором я и хочу о ней рассказать. Значит, омега квадрат r куб равен... ну, я вообще уже без индексов, да? Равен, и я вот здесь поставлю букву «э». Ну, мы сейчас понимаем, что это константа некая, да. Но я все-таки буду, я все-таки напишу букву «э». Во время моего этого вот, ну как бы, сериала, этой Санта-Барбары под названием, как там,
обоснование, значит, я все это расскажу и покажу, и это имеет под собой. То есть я что-то имею под этим в виду, как всегда, да? Что называется, то и в виду. Сейчас пока просто примите, ну, константа, ну, почему бы не Э, да? Пишут обычно К или там еще что-нибудь, да? А я вот хочу написать Э, еще и по-русски. Значит, примем пока так, сейчас сотру и покажу еще кое-что. Покажу еще кое-что. Что значит получится, если эти параметры рассчитать? То есть, если взять несколько, ну, в смысле, планеты нашей Солнечной системы, значит, и посчитать вот наши величины. Так вот как-то, да? Вот смотрите. Для простоты, правда, я взял вот, сейчас объясню, значит, еще раз. Опять же, для простоты расчетов, омега в, ну, в физике, да, вообще как бы, если ее кинематика, механика, там, не знаю, обычно выражается, значит, формулой V на R. Значит, если подставить вот это V на R сюда, получится, что вот эта формула выглядит таким вот образом. Значит, у нас V квадрат R равно наше R. Чем это удобно? В смысле, это удобно просто для расчета. Дело в том, что если вы откроете, ну, в интернет, естественно, да, проще всего полезть, и, к примеру, да, к примеру, Википедию, там, значит, если вы забиваете название планеты, ну, там про планету статья, да, целый текст, и параметры. Параметры орбиты в том числе есть. Ну, в том числе есть там масса, да, еще что-то такое, плотности, не знаю. И есть параметры орбиты. И там именно вот эти вот. Там, значит, большая полуось в метрах можно взять. Ну, она там, по-моему, в километрах, ну, неважно. Большая полуось, то есть вот она, как раз то, что я имею в виду. И орбитальная скорость, это как раз вот. То есть просто проще будет посчитать. Ну, не потому, что это неправильно, а для простого расчета. Поэтому я это стираю, это просто для расчета. Значит, имейте это в виду. Соответственно, если в интернете вы возьмете большую полуось и орбитальную скорость, то для того, чтобы рассчитать вот эту нашу Э самую, значит, орбитальная скорость в квадрате умножить на большую полуось, ну и получаете. Так. Что у меня получилось? Я, естественно, аккуратно это выписал, просто чтобы вам показать. Это важно, значит, для нас. Все вот 9 планет нашей Солнечной системы, вот они, большие полуоси, орбитальные скорости, и вот что получается. До Нептуна включительно все довольно, ну, совсем плотно. Вот, видите, цифры какие получились. Немножко с Плутон выскакивает слегка. Ну, во-первых, у него там орбита, помните, чуть-чуть наклонена, кстати, плоскости эклиптики, я так. И это, эллипсоидность выражена чуть больше. И я думаю, поскольку все-таки он далеко и маленький, да, то точность вот этих цифр, она ниже, естественно, да? Вот здесь большая полуось и орбита. Ну, орбитальная может быть почетче, ну, с большой полуосью, наверное, сложнее определить. Ну, чем дальше, тем сложнее, правда? Точность вычисления, она, значит, параметры Плутона немножко выскакивает. Ну и, соответственно, рассчитанная Э чуть-чуть отскакивает. Но это не важно, она все равно, видите, да, разброс, ну, крайне низок. То есть, действительно, да, все более или менее правильно. И мы рассчитаем, и будем иметь это в виду. Ну, так, знаете, и для общего развития, и для повествования я на это буду ссылаться, это нужно будет нам. Итак. 1,3 Е плюс 20, ну, на 10 в 20 степени, да? Я такую экспоненциальную запись для простоты сделал. Значит, 1,3 грубо на 10 в 20 степени получается. Значит так. Но это еще не все. Дело в том, что вот что еще интересно. Понятное дело, что... Нет, сейчас сначала сниму. Ну, это как бы так, отложилось, да?
Понятное дело, что, скорее всего, этой закономерности подчиняются ведь не только планеты, вращающиеся вокруг Солнца, а, возможно, этой закономерности подчиняются и спутники, которые вращаются вокруг планет. Ну, скорее всего, ведь подчиняются, да? Давайте посмотрим. А подчиняются ли? Точно подчиняются. Значит, смотрим. Вот тут я уже написал не Солнце, а планетные системы. Имея в виду, что центр рассматриваемого события — это планета, да, и спутники, вращающиеся вокруг каждой отдельно взятой планеты. Соответственно, в планетной системе Земля, ну, есть один спутник. Рассчитать это можно. Вот, получается 4 на 10 в 14 степени. Это же наша Э, да, но только для, если в центре рассматривать Землю, вокруг нее, ну, только одна Луна, подтвердить невозможно, да? Рассчитать можно, а подтвердить невозможно. То же самое у Сатурна, у него только один спутник Титан, ну, крупный, я имею в виду. Я взял крупный, так, там, наверное, поменьше есть, тоже можно что-то посмотреть, да? Ну, я так, на всякий случай. Для Сатурна тоже можно посчитать эту цифру. 3,8 на 10 в 16-й. Больше, да? Ну, а вот, соответственно, у Марса и Юпитера, по крайней мере, да, у Марса два крупных известных спутника, Фобос и Деймос, а у Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Крупных тоже. Целых четыре. И смотрите, что получается. Один в один, копеечка в копеечку. И для Марса вот 4,3 прям ровно. Е, значит, ну, на 10 в 13, да? А здесь 1,3 на 10 в 17 для Юпитера, соответственно. Вот. Значит, важно это именно так понимать, как, ну, вернее, как. Для меня это было важно, и я именно вот так вот шел в своем, так сказать, да, так сказать, нить моих размышлений шла именно таким вот образом, потому что именно так, как бы, не все ко всему там что-то притягивается, понимаете? А если встать вот в центр некой системы, ну, например, я встаю в центр Солнца, тогда планеты вокруг меня подчиняются этой закономерности. Если я встаю в центр там Юпитера, да, то, соответственно, вот спутники Юпитера вот так подчиняются. Понимаете, тут важно. Тут не абы какие вот инерциальные системы, да, перейти можем куда угодно, а в центр некого события надо вставать. Тогда да, тогда закономерность простая и корректная. Смотрите, еще раз, значит, чем вот эта запись отличается от классической записи третьего закона Кеплера? Ну, во-первых, как вы видите, в этой записи всего три параметра, да? А у закона, ну, а в законе Кеплера четыре параметра. Ну, просто четыре величины некие, да? А тут три. Соответственно, скорее всего, это более сжатая, более емкая формула. Второе. Видите, я уже сказал. Эта запись рассчитана на то, что мы занимаем определенное положение. Мы встаем в центр некоего события. Мировоззренчески это тоже очень важно. Ну, для меня важно, я не знаю. Я каждый раз буду подчеркивать, да? Что это для меня важно, для вас может быть не важно. Для меня важно. Я так как бы большую корректность вижу. Мы понимаем, о чем речь. Еще, смотрите, период обращения все-таки выражен в секундах, ну там в минутах, ну в смысле во время, да? И большая полуось в метрах как-то слабо представлена сама идея кругового вращения. Чувствуете? То есть, ну да, формально да, период обращения, это же период обращения. Это все равно какой-то, ну это же может быть какой-то колебательный процесс, правильно? Это не обязательно круговое. Видите, чувствуете? Это может быть колебательный процесс. Поэтому как-то не совсем корректно этот параметр вставить в формулу, если мы имеем в виду именно круговое вращение. Видите? Поэтому я перешел к угловой скорости. Угловая скорость, предполагая, омега, это именно круговая скорость. Понимаете? Вращение. Это важно.
Ну и всего три параметра, а здесь еще и константа, да, некая. По отношению, потому что в сав-центр вы ловите константу. Для вас вы попадаете в константу. Неважно, какие планеты на каком расстоянии от вас вращаются, почему-то они, так сказать, выражены через одну и ту же константу. Вот, ну, я не знаю, насколько я дал вам почувствовать, почему именно такая запись более корректна. Ну, объяснил как смог. То есть, во-первых, круговое движение, во-вторых, вот константа как бы центр именно этого кругового движения. Видите, для любой планеты это центр со своей. И что еще? А, ну и формула более сжатая, да? Значит, как бы изначальная. Я так думаю, для меня это вот такая запись более мировоззренчески, что ли, обоснована. Мало того, я вам покажу еще две формулы в этом выпуске, которые четко лягут именно под эту формулу, под эту запись. И вы, надеюсь, ну в некотором смысле обалдеете. Ну или как? Надеюсь, для вас это тоже будет откровение. Я покажу под такой ракурс, который еще никто не показывал. И вам, надеюсь, это даст дополнительный толчок, да, ну, в развитии, что ли, да, вот в осознании. Ну, это впереди. Еще раз, настаиваю на такой записи, считаю ее более корректной мировоззренчески. Так. Теперь что у нас дальше? Обратим внимание, что все-таки здесь формула, так сказать, константы разные, да, для разных планет. Тоже, так сказать, это дело отметим для себя. Значит, у Земли 4 на 10 14. Хорошо. Хорошо. Закона всемирного тяготения, я говорил, что он, ну, во-первых, ничего не открыл, формулы, значит, записи в его работе нет, формулировки нет. И самое главное, помните, я говорил, что гравитационный постоянный отсутствует у него уже точно напрочь. Поэтому и формулы не может быть, да и формулировки там у него нет. Значит, и зачитывал, что Википедия, если набрать запрос поисковый «гравитационное постоянное», то Википедия сообщает, что гравитационная постоянная, очевидно, была введена в 19 веке. Помню, в начале там 19-го, что-то такое. Очевидно. Как это? Возможно, это сделал там такой-то автор, да, в своей работе. То есть вот так. То есть даже не точно. То есть мы не знаем, когда в нашу жизнь вошла гравитационная постоянная, как таковая, кто ее ввел, как он это определил, ее. Кажется, что это просто, да? Ну, сейчас покажу. И написал, соответственно, формулу, реальную формулу, вот типа закона всемирного тяготения. Типа закона, типа всемирного, типа тяготения. Я вот даже так буду говорить. Ну, потому что... Итак, рассказываю. Как можно математически начать разворачивать эту формулу? Я не совсем понимаю, зачем, но допустим, да? Вот допустим. Что сделали? На мой взгляд, вот ввели массы, ввели гравитационную постоянную приблизительно таким образом. В том числе массу Солнца и массу Земли, кстати. Ну, массу Земли чуть по-иному. Давайте расскажу мой вариант, как я это вижу. Мне кажется, так должны были вводить. Я другого не вижу. Значит, смотрите. Какая размерность у этой нашей Э? Ну, у Э мы не знаем, типа константа, да? Насколько мы поняли, ну, константа, хорошо. Значит, а с этой, по крайней мере, с левой стороны мы точно знаем, да? У нас, значит, здесь секунды в квадрате, в знаменателе, да? А здесь кубометры. То есть, пишу. Значит, размерность нашей Э такая. Чего? Ну да, кубометры, секунды в квадрате. В свернутом виде.
Теперь вот давайте представим себе, что мы правую часть, вот эту нашу константу, умножим на, допустим, 1 килограмм и поделим на 1 килограмм. Ничего же не изменится, да, математически. Не изменится. Значит, пишем так, килограмм на килограмм. Ну, я имею в виду, может быть, 1 и 1, тут вообще константа не изменится, но размерность, да, добавится, килограмм на килограмм. Что сделали дальше? Дальше сделали так. Вот это мы объединим вот с этим килограммом. И назовем это G. А вот это объединим и назовем это M. Ну, то есть масса. Соответственно, вот тут надо немножко конкретизировать. Давайте так поконкретнее напишем. Предположим, я беру планету Земля и планету, и Солнце, да, в центре. Тогда я пишу омега Земли в квадрате, радиус Земли в кубе равен Э, вот так напишу, Солнце. Да, помните, я говорил, в центре, значит, события. Значит, это касается Солнца, ну или всей Солнечной системы, правильно? Соответственно, смотрите, если вот в такой вот логике разложить наше Э на некие две константы, которые перемножены, да? Ну да, константы. Да. Некие две величины, которые являются константами. То можно написать, исходя вот из этой логики, что Э Солнца равна G, к примеру, G, некое G, умноженное на B Солнца. Можно написать Солнце здесь G тоже. Но вот здесь как раз и решили ввести эту универсальную постоянную. Типа, пусть будет она такая сквозная для всех систем. Пока понятно, чисто математически. Да? Мы добавили килограмм, килограмм, объединили вот это вот наше кубометры в секунду вот сюда с килограммом. Это будет G. G, кстати, имеет именно такую размерность. То есть кубометры умножить на килограмм, разделить на секунду в квадрате и разделить на килограмм. Именно такая размерность у гравитационной постоянной. А здесь, соответственно, пусть это будет масса Солнца, килограммной. Математически пока. Ну и что у нас? У нас одно уравнение, вот так если да, его брать. Тут-то у нас константа, мы ее знаем, да? Она, вон она у нас есть. 1,3 на 10 в 20 степени. А здесь у нас две константы. Уравнение нельзя решить. Как быть? Вот, двинулись дальше. Теперь пишем то же самое уравнение для Земли. Допустим, омега Луны теперь, да, в квадрате. Радиус Луны в кубе равен такая же Э, но только для Земли. Константа. Для объекта, в центре которого находится планета Земля. Так? Так, по этой же логике, которую мы до этого, так сказать, описывали, я описывал до этого, можно написать равно, вот тут как раз опять G и масса, я маленькую напишу, Земли. То есть, захотелось, чтобы это G не Солнце и Земли, да, а как раз, чтобы она была постоянная, сквозная для любой системы. Ну хорошо, можно и так, но это ведь... Так сказать, ну, два уравнения, да, но неизвестных уже у нас три получилось. То есть не сильно чего нам это дало. Но все-таки, вот смотрите, как рассуждали дальше. Я так думаю, я пытаюсь восстановить ход событий. Как бы я, что ли, на их месте рассуждал, если бы хотел получить тот же результат. Вот с Землей чуть проще, потому что, ну смотрите, массу Солнца мы никогда не сможем определить, правильно? Ну как, что, взвесим что ли, или что? Или как? Метрологически никак, никогда не сможем определить. Массу Земли мы тоже не сможем определить. Ну метрологически. Ну вряд ли. Ну нет, может быть с развитием каких-то там технологий, так вот можно как-то... Ну опять же, смотрите, если вы посмотрите вот на эту формулу, то вот это у нас есть физически. Она вычисляется из параметров объекта, который вращается вокруг вот этого объекта. Да? Вот в данном случае, например, Луна вращается вокруг Земли.
Параметры орбиты Луны мы можем достаточно точно определить. Да, метрологически даже, ну почти что, да, померить. Чуть ли не линейкой, ну условно, но все-таки. Поэтому это, а вот это, ну здесь вообще сразу волюнтаризм. Ну почему же, ну, же на М. Вот и я нахожу это как волюнтаризм. Мне пока не совсем понятно, зачем это нужно. Но все-таки, предположим, что это понадобилось и как-то хочется сквозную G, да, во всех уравнениях. Ну, здесь мы можем написать то же самое относительно Юпитера, да, и здесь тоже написать G и масса Юпитера. Но каждый раз у нас будет количество неизвестных плодиться, поэтому ничего пока это не дает. Это не даст нам развязки никакой. Как поступили? А вспомните, между прочим, я не знаю сколько, ну, может быть, 200 лет назад, может, даже побольше, может, 100 лет назад, ну, в смысле, разговоры велись постоянно об этом. Не изучал точно вопрос, но все время задавались вопросом, ну, так называемые ученые, да, ну, или ученые тоже, о массе Земли. Они ставили вопрос вот так, прям просто ребром, тупо, масса Земли. Ну, можно же, по идее, да, поднять камень, так сказать, ну, оторвать от Земли камень, да, взвесить его, ну, вот так вот, взвесить, да, и установить его, допустим, плотность, да, и массу. Объем. Вода, мировой океан, да, тоже плотность мы более или менее знаем. Объем, ну, как-то, наверное, можем прикинуть, что ли. Ну, или просто, да, вот масса воды, вот кубометра, да. То есть, что такое масса объекта любого, ну, или вот масса куска материи, да. Соответственно, масса, напишу, масса Земли, опять, в нашей логике. Предположим, что масса Земли равна некая средняя плотность вот этого нашего геоида, да, шарика под названием планета Земля, умноженная на его объем Земли. Ну да, и ро Земли. Средняя какая-то. То есть, можем ли мы померить как-то точно объем Земли? Ну, уже-то точно можем сейчас, да? И тогда было, ну, с некоторой точностью померено. А сейчас вообще у нас спутники, да, орбитальные, мы же знаем, так сказать, протяженности, да, кусков каких-то. Куски складываем вместе. То есть сейчас, поскольку в ближний космос мы точно вышли, ну, рядом с нашей планетой Земля, да, то мы уже точно можем померить ее объем. Достаточно точно. Соответственно, опять дело за малым, но все равно, как бы, да, сюда, если мы подставим, все равно выплывает плотность. Как мы можем рассчитать нашу плотность? Можем ли мы ее рассчитать? Ну, я считаю, что не можем. Пока, по крайней мере. Ну, или никто не предъявил метод, да, точного расчета нашей плотности. Что у нас в центре планеты? Помните, сейчас много разговоров о том, что планета вообще полая. Ну, почему бы и нет, да? Неважно. Сейчас я не хочу ни так, ни сяк. Мы не можем померить, и никто не может точно опровергнуть или подтвердить, что она там полая, или что в центре точно ядро. И самое главное, такой-то плотности, да? Какой плотности? Неизвестно. Посчитать никак нельзя. Поэтому на каком-то этапе, вот я говорил, да, не помню точно когда, ну, кто-то сказал, что давайте плотность Земли считать там какой-то. Я, кстати, не помню какой, и не задавался этим вопросом. Неважно. Главное, что вот здесь все-таки ввели плотность. Ну вот, исходя из поверхности, изучив поверхность, да, вот камни, да, минералы, все, что, так сказать, там, биомасса, да, какое-то ее количество, ну, это, так сказать, немного совсем, да. Главное, вода, да, граниты, базальты, вот это вот основные породы, правильно ведь? Как-то так. Как-то так. Предположили, что там вот, что у нас там в центре Земли, ну и не только в центре, да, вот. Кора Земли, строение какое-то предположили. И как-то предположили среднюю плотность. Ну вот как-то предположили. Соответственно, массу Земли волюнтаристически, но все-таки получили. Ну допустим, ладно, хорошо. Смотрите, ну и все, да? И дальше уже понятно, что мы можем рассчитать. Соответственно, вот из этой формулы мы сразу можем посчитать G. Именно основой для расчета G может являться только, значит,
предположение о плотности Земли, объем, умноженный на объем Земли, ну более-менее точно померенный, и параметры Луны, орбиты Луны. Тогда мы получаем Э, получаем массу и получаем G. Все, ну слава Богу, как это, вытерли пот, сказали, это получили. Ну а дальше масса Солнца просто рассчитывается вот из этой формулы. Она точно рассчитывается именно так, потому что можно взять, вот, опять я уже показывал неоднократно, Мякишев. Мякишев, автор физика 11 класс. Сейчас так, как бы астрономия, она, ну вот в физику просто входит, она в конце там разделом таким. Ну, нормально. Вот смотрите, Мякишев, физика 11 класс, страница 353. Здесь прямо написана формула. Масса Солнца определяется по движению Земли вокруг Солнца. Видите, по параметрам. То есть, все правильно. Параметры движения Земли вокруг Солнца. И третьему обобщенному закону Кеплера. Вот. Ну, все правильно. И как здесь запись дана? Ну, она здесь немножко корявенькая. Ну, в смысле, она здесь правильная. Так, запишу. Ну да, запишу. И написано, значит, масса Солнца равна, ну здесь астрономически, поэтому А куб, это вот Земли, естественно, напишу Земли, А куб Земли умножить на 4π квадрат и разделить на G и разделить на Т квадрат, соответственно, Земли. Ну, помните, уже рассказывал, что 4π квадрат на Т Земли квадрат, это, соответственно, омега Земли квадрат. То есть все правильно. Так и считают, да? Омега, если сюда поставить, то получается, масса Солнца равняется, вот эта величина, разделить на G. Все четко. Ну, так и считают. Вот в учебнике даже говорится. Рассчитали так, потом. Ну, помалкивают о том, что массу Земли определили именно вот так. По-другому никак. Надо, что-то надо определить массу, иначе у вас не сойдется. Иначе уравнение, так сказать, не дают. Каждый раз лишнее уравнение дает лишнюю неизвестную. Не получится. На мой взгляд, поступили именно так. Может быть, у вас другая версия. Вот у меня такая. Теперь, то есть, что я имел в виду? Как получили гравитационную постоянную? Вот как ее получили. Параметры движения Луны вокруг Земли и предположительная масса Земли. По-другому не получите. Поэтому вот, ну вот чувствуете, да? Точность этой величины. И вообще-то, а зачем она нужна, вот так по большому счету? Чтобы знать массу Земли? А вот теперь вдумайтесь, а зачем вам массу Земли знать? Ну, просто, целиком. Нет, с точки зрения исследователя, наверное, нужно знать массу Земли. Но не для этого, не для того, чтобы писать вот это уравнение. Вот тут мне не совсем понятно. Для того, чтобы вычислить G, да? Получается так. Вот, это первое. Вопрос. Зачем нужна отдельная масса небесных тел? А теперь давайте посмотрим еще один, так сказать, эпизод. Дальше продолжим. Посмотрим дальше. Ну вот, с G как-то так получилось, с гравитационной постоянной. На мой взгляд, ее вычислили вот таким вот образом. Зачем ее вычислили, не совсем пока мне понятно. Ну, а что проделали, какой кульбит проделали дальше? Математический кульбит. Значит, давайте посмотрим еще одну вещь. Что у нас, как я обещал, с законом всемирного тяготения? Значит, я вот в этой формуле вот эту константу уберу. Ну, это же вот равно и равно. Мы же вот эту нашу константу заменили вот таким произведением, да? Вот я, смотрите, беру, убираю эту константу. И это произведение здесь и пишу. Значит, если тут Земли, значит, тут у нас G и масса Солнца. Какой математический кульбит сделали следующим?
Давайте любую часть опять умножим и разделим одновременно на массу Земли. Так, ну давайте здесь, допустим, да, масса Земли. Масса Земли и делить на массу Земли. Я так специально написал криво сейчас, потому что вы поймете. Ну понятно, что если мы, допустим, правую часть, да, умножим на массу Земли и массу Земли, это нам математически ничего не дает. Это же единица, да? Ну, как бы умножили и умножили. Там, правда, килограммы добавились, в размерности тут немножко. Ну, не суть. В общем-то, математически это возможно. Даже сказать арифметически. Теперь, из знаменателя массу Земли вот отсюда перенесем сюда. Она, естественно, тут в числителе появится. Это понятно, да? Поэтому я так кривенько написал. Значит, тут вот это оставляем. А тут, соответственно, пишем масса Земли. И что у нас получается? Вот такая формула. И еще один делаем математический кульбит. Вот здесь у нас r в кубе. Вот 1r радиус оставляем здесь, а r в квадрате переносим сюда, соответственно, в знаменатель. Правильно? Ну и пишем финальную запись. Масса Земли, омега Земли квадрат на r Земли равна. И уже пишу, так сказать, всем известное. G, масса Солнца, масса Земли, R квадрат. Вот она родная. Вот мы и пришли к тому, что хотели. Справа вы видите, что это такое, да? Это наш так называемый закон всемирного тяготения. А здесь у нас... центробежная сила, которую испытывает Земля, вроде бы как, да, при своем вращении. Масса омега квадрат r. Это чистая запись центробежной силы. Центростремительный можно набрать в интернете. Это ошибка, таких сил нет, но численно они равны, только называются почему-то. Неважно. Главное, именно вот такой вот формулой она и выражается. Ну и, соответственно, тут запись, вообще так уж, если еще обобщить, да, это запись, ну, условно говоря, сейчас, как это, закон движения, да, или формула движения планеты Земля вокруг Солнца. Солнце, если в центре у нас Солнце, предположим, да, Земля вращается у нас вокруг Солнца, по круговой орбите, соответственно, она испытывает центробежную силу, которая вот как раз F, напишу F центробежная, и F, ну напишем Ньютона, да? Хотя не Ньютона, но пусть будет так. Так ведь, да, можно записать? Ну, V обычно так пишут, ну не важно, я омега пишу. Вот такая формула, так сказать, движения планеты Земля. Правильно. Что сделали дальше? Ну и дальше сделали совсем по-простому, да? Пришли мы вроде бы к этому. Дальше сказали, вот это будет F центробежная пусть, а вот это пусть будет там постоянная Ньютона, да? Или там, в смысле, закон всемирного тяготения, в смысле, сила Ньютона. То есть, вот так напишу, да? Вот это пусть будет F Ньютона. Ну, она, естественно, равна, сейчас напишу, FC равна масса Земли омега Земли в квадрате R Земли. И, соответственно, в данном нашем конкретном случае F Ньютона равна F центробежная. Можно же так, да, нашу изначальную формулу вот так вот раздробить. И вроде бы опять чисто математически, да, арифметически, вот чисто вот такой кульбит. С точки зрения кульбита математического, в общем, вроде бы ничего не произошло страшного. Правильно, да? Правая часть это гравитация, левая это вот связано с вращением круговым, и они равны. Вроде бы все нормально. Но формула изначальная. Обратите внимание,
цельная формула, над которой мы так немножко поиздевались, да, что-то повставляли в нее, что-то какие-то константы повводили. Ну, в принципе, чисто математически, опять, если вот запись цельную, я все-таки верну цельную запись. Нет, сейчас верну попозже. Вроде бы математически ничего такого уж прям не произошло. Но обратите внимание вот на что. Что произошло? Сначала я третий закон Кеплера перевел вот в такую запись и обосновал это тем, что мы видим, что у нас есть круговое движение. Вот оно. Да? И у нас есть центр вращения, который характеризует некий вот, некую систему с центром, там, Солнца или там, планета со спутниками. А в данном случае посмотрите на то, что получилось. Во-первых, почему-то цельную формулу порвали на две. Как будто эта половина, она сама по себе работает. Ну, уже чувствуете, что-то не то, так не может быть. Как так? Цельная формула порвана на куски. Это как бы одно, а это другое. Нет, это же одна была формула, понимаете? Она связывала. А тут мы просто оторвали. Первое. Второе. Вы где-нибудь здесь видите динамику? Почему эта формула имеет право на существование? Потому что планеты, стер, да? Вон они. Вращаются вокруг Солнца. А спутники вращаются вокруг планеты. Понимаете? Динамика. Динамическая модель. А мы получили чисто статическую. То есть, что нам говорят? Нам говорят, если... Есть тут у меня? Ну да. Мы пришли к тому, что как будто бы, взяв два любых предмета, вот допустим два шарика, они вот стационарно, вот я их положу, да, на пол, и исходя из этой формулы, они почему-то притягиваются друг к другу. Вот вы почувствуете. Здесь было вращение одного тела вокруг другого. Здесь был динамический процесс, и он... Как-то он, конечно, да, она вот свернута слишком, еще непонятно, что и как, но динамика есть. А здесь статика, просто два тела рядом притягиваются. Чувствуете? Мировоззренчески здесь, ну какой-то обман. Ну так не может быть. Ну, мало того, и так и нету, и нельзя доказать этого, что два тела просто лежа рядом, да, вот, лежа на диване, все равно притягиваются друг к другу. Доказательство Ньютона вшивое, вы это видели. Это не потому, что я там плохой или я хочу опорочить там светлое имя Ньютона. Нет. Оно какое есть, такое и есть. Я не был с ним знаком, ничего не могу плохого сказать. И хорошего, и плохого не знаю, каким был Ньютон. Ну, не знаю. Какие-то сведения есть, ну и что. Но вывод он сделал никакой. Он никак это не вывел. А вот я сейчас как раз из этой формулы вывел, ну, так, математически как-то вывел. Но я бы не стал рвать эту формулу. То есть, вот сейчас, давайте, запишу как бы назад еще разок. Вот теперь опять запишу назад. Я вот этот вот кульбит, вот этот вот, считаю очень мировоззренчески вредным. И хотел бы оставить все-таки это здесь, да, вот масса Земли, омега Земли квадрат. Земли. Вот это единая формула. И обратите внимание, еще, вот я говорил, зачем нужна масса, да? Зачем нужна G? А теперь давайте зададимся еще одним вопросом. А зачем нужно, ну, прикрыть все-таки вот это, допустим, вот это вот сила, да? Это же сила, с которой там как будто бы масса, Земля притягивается к Солнцу, но и Солнце к Земле, да? Вот скажите, вот допустим мы это рассчитаем, получим какое-то количество ньютон, да? Что-нибудь там 10 в какой-нибудь степени. И что? Что мы дальше будем с этим делать? Зачем нам это опять? Вот я опять задаюсь вопросом. Нам это зачем? Зачем это? Это вот часть формулы была порвана, да, на куски, так сказать. Вот этот кусок, как будто бы это сила. И чего? Мы что, за веревочку потянем? Мы какой-то противовес, то есть нам мы что-то можем приложить? Нет. И еще один эпизод. Вот посмотрите. Наберите, опять же, в Википедии пресловутой поисковый запрос. Геостационарная орбита. Ну, те, кто не знает, будет полезно узнать. Заодно почитаете, да, что это такое. Значит, а те, кто знает, посмотрите, пожалуйста, все-таки, ну, я
посмотрите, проверьте меня на всякий случай, да? Там, значит, расчет спутника, на какой высоте над Землей должен висеть спутник, ну, какая высота должна быть его орбиты, чтобы он вращался вместе с вращением Земли. То есть, чтобы он все время находился над одной и той же точкой над поверхностью Земли. Это и есть геостационарная орбита. Так вот, самое смешное. Там вот эта формула приведена полностью, естественно. Ну, то есть, эта сила, она нафиг никому не нужна. Вот это вот рядом тогда пишут, и вот поэтому, ну, кстати, естественно, тут смотрите, тут будет Земля, а тут будет масса спутника, и тут будет масса спутника. Масса спутника сокращается, она не нужна. Зачем мы ее ввели? Только для того, чтобы получить формулу вот этой вот закона всемирного тяготения. Но то, как только вы начинаете рассчитывать как-то параметры орбиты или что-то вы, ну, грубо говоря, начинаете делать астрономические расчеты какие-то, вы эту формулу вот так записываете, целиком, ну как бы две силы, да, уравниваете. И тогда массы вот эти сокращаются, как минимум. А G всегда стоит с массой вот этого родителя. Тоже. Ну а зачем тогда нам было дробить, если мы опять будем вот здесь вот рядом их ставить, понимаете? То есть, запутали. Для того, чтобы показать нам вот это вот закон всемирного тяготения в таком, знаете, в обрезанном виде, в таком усеченном, то есть, ну, такой, полпети, да, половина землекопа. Вот серьезно, как представить половину землекопа? Помните в мультфильме? Идет такая, ноги идут с лопатой. Ну, как это так? Так и здесь формула. Порвали на куски, ввели эту массу, и вот, дескать, и вот закон всемирного тяготения. Зачем он нам? Он нам в таком виде, в такой записи никогда не пригодится. Никогда. Нам это F, вот если ее здесь поставить, она, ну и что нам с этой F? Куда мы ее воткнем? Нам нечем ее уравновешивать. У нас рычага нет, чтобы, понимаете, как вот действовать на эту, да, штуку в астрономическом масштабе. Бессмыслица. Вот, наверное, была главная цель введения вот этого закона тяготения. Оскоромить, понимаете, обрезать нам мозг. Потому что, еще раз повторяю, в этом законе, вот так если его записать, отсутствует вращение. Про G пишут все время, а в школьных учебниках или где-то вообще там пишут, типа поправочный коэффициент или там константа. Ну то есть, как бы, ну никакая G. А в ней же более-менее в размерности присутствует еще вращение, да, помните, хоть там хоть секунда какая-то в квадрате, в знаменателе, то есть какой-то намек на вращение, вот, потому что E разложили. Но формально G константа, можно вообще написать H, да. А здесь стационарные вещи, две массы и просто расстояние, и уже это не радиус, обратите внимание, уже не радиус, хотя R пишут все-таки как R. Но это просто расстояние, можно L, да? То есть фактически пришли к тому, чтобы записать его таким образом. L квадрат. Представляете? Просто расстояние. Ни вращения нету, ни радиусов, а просто расстояние. Вот два тела на расстоянии. Вот, ну, не буду негодовать излишне. Тем более, ну что мне, как бы... А они путали и путали. Но я не хочу относиться, как некоторые вот к подобным вещам относятся, ну так знаете, ну с некоторой злобой. Дескать, я узнал, меня оказывается дурили. Я сейчас всем пасть порву или там сволочи там, я сейчас не знаю, что-то надо делать типа с ними. Да, я ничего не хочу делать. Ну, если они дурили по скудоумию, то есть они сами не понимали, что делают, ну, что с них взять? А если они... Как, что называется, матрос салагу не обидит, да? Ну, а если они, так сказать, а если мы два боксера в ринге, да? И они, ну, что называется, настроены серьезно, и они дурили меня со смыслом, да, они понимали, что делали. Ну, во-первых, кто победил? Правильно? Ну, вот. И относиться я буду к этому, что называется... По-спортивному, знаете, без злобы. Что бы ни делал мне вот человек передо мной стоящий, ну, что называется, даже если его убить придется, да, если до такого дойдет, я буду делать это без злобы. А
ну, с полным сознанием просто дела, понимаешь? Я буду просто понимать, кто передо мной и что он хочет. И все. Ну, никакой озлобленности. Ну, по крайней мере, я. Мне это как-то не близко, знаете. Брызгать слюной и говорить, вот, сволочи там, скоты, оболванили нас всех. Ну, во-первых, не оболванили, еще раз говорю. Победили ли они? Ну, вряд ли, вообще-то. Вряд ли. Вряд ли. После того, как я записал третий закон Кеплера вот в таком виде, мои мысли потекли в определенном направлении. Я начал вспоминать выражения, которые связывают материю и движение. Например, такое, помните, движение есть способ существования материи. Ну или вот скажем, слова Энгельса. В интернете так почерпнул. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Ну, не обязательно Энгельса, да? Кто-то, может быть, скажет, есть, так сказать, философы и покруче, и, может быть, физики покруче, тоже с высказываниями. В общем, да. И я даже полез в интернет и начал набирать так, поисковые запросы, там, материя движения или высказывание о материи. Вы можете проделать такую же процедуру. Не суть. В общем, вам известно, наверное, да, и мне известно, что философы и физики связывают эти два движения. Эти два понятия. Ну и, наверное, не безосновательно, да, допустим. Допустим, что это имеет под собой основание, такая связь. Но правда обходится и не без курьезов. Да? Вот допустим, есть такое словосочетание в физике – масса покоя элементарной частицы. Вообще само по себе довольно уже сложное для понимания словосочетание. Потому что, ну, вы можете себе представить, например, электрон покоящийся? Ну, допустим, да. Вот электрон так лег, да, на что-нибудь. Лег и лежит, да, и что? Ну, допустим, прилепился к протону. Кстати, у меня вот все время возникал вопрос. Вот если электроны могут летать, то почему они, когда вот летают, да, и подлетают к чему-то, к какому-то препятствию, электронные пучки же, помните, там электронные, что там у нас, электронные лучи, да. Почему они когда летят, они же оторваны, они же просто летят, потому что они там с энергией определенной. Ну вот они подлетают к препятствию, к металлической пластине, к примеру. Ну, естественно предположить, что он, подлетая, встретит на своем пути ядро, протоны, потому что ядро огромное, правильно же, и приклеится к нему. Ну это же было бы естественно, и начал бы налипать на ядро. Ну, наверное, тогда был бы относительный покой. Но почему-то никто из физиков это не об этом, о подобном не рассказывает. Что да, вот электроны, прилипая к ядру, там никто не говорит. А почему? Что за запрет? А кто запрещает электрону прилепиться к ядру? В ядре нейтрон, но он нейтрален. И протон обязательно протоны. Ну, взял и прилепился. Как хорошо, правда же? Противоположности притягиваются. Мы это знаем, ну, нам это объясняли. Ну так вот, масса покоя. Ну, это еще как бы полбеды. Вот я даже напишу, знаете, пишут М0. Сложно представить. Ну, допустим, да, вроде бы нет таких уж прям сильных логических возражений, как-то сложно их так построить. Но позавчерашние ученые же, как я их называю, они же придумали еще более крутую феньку. Они говорят, а если массу покоя умножить на скорость в квадрате, скорость света, то мы получим, что бы вы думали, мы получим энергию покоя элементарной частицы. Ну вот это уже, по-моему,
непроходимые бредни какие-то. Ну потому что, ну ладно с массой, ну как можно вот лежащий, с лежащим, находящимся в покое, к примеру, электроном, соотнести вообще скорость света? Что это значит? Ну он же покоится, или он движется со скоростью света? И так можно рассчитать энергию его покоя, опять же, Е нулевое – энергию покоя. Посмотрите в учебниках. Ну, покоя или движение со скоростью света? Я вот, тут уже вообще непроходимый бред. По-моему, так. Не знаю, как вы к этому относитесь, но это, так сказать, в общем-то, конечно, некая зазубринка, да, вот на логической цепочке, с которой я начал. То есть, вроде бы, если материя существует, значит, она движется обязательно. Ну, а вот, как бы, тут вот какие-то покои, ну, очень странные, очень нелогичные. Но, тем не менее, все-таки я это дело сотру и не буду обращать на это внимание, поскольку логики я здесь не вижу. Ну, она просто смехотворна. Тогда что мы имеем? Мы все-таки имеем некое движение, да? Материя в движении. Ну и вот, размышляя так, я нашел в какой-то момент еще одну формулировку. Ну, вернее, я когда-то читал ее чуть раньше, а потом она всплыла, естественно, в мозгу, ну, как это всегда и бывает, да? Значит, опять, учебник физики, который я уже показывал, Перышкин, физика, 8 класс. Страница 64. Электрическое поле – это особый вид материи, отличающийся от вещества. Вот, видите опять. Электрическое поле, то есть явление электричества, безусловно, связано с таким явлением, ну или выражается обязательно в электрическом поле. Обязательно. Ну, там, заряд может быть. Ну, заряд тоже, да, обязательно имеет вокруг себя, если он стоячий заряд, теоретически возможно, это, ну, фиксированный, так сказать, в каком-то пространстве, то этот заряд обязательно вокруг себя, ну, как это сказать, распространяет, что ли, да, электрическое поле. То есть без этого понятия электричества вроде бы и не существует, не может. А это... Ученые те же, позавчерашние, трактуют как особый вид материи. Вот. И дальше я задумался. Ну, такие силлогизмы Аристотеля, да? Если материя – это прежде всего движение, ну, наверное, не буду писать. И так понятно. Довольно просто. А электрическое поле, скажем, к примеру, это особый вид материи, значит, можно логично предположить, что электрическое поле – это особый вид движения. Вот как-то так я размышлял. Это может быть, есть некая ущербность в этом размышлении, ну, там, неточность, но все-таки, да? В том числе это может быть и так. Так, хорошо. Дальше я задумался, интересно, а как можно ли бы, ну, пощупать, провести какой-то эксперимент для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что да, вот как-то движение преобразовать, ну не то чтобы в материю, да, из движения материи мы не умеем рождать, но какой-то аналог. Создать какой-то прецедент, что ли, да? И я вспомнил эксперимент Архимеда. Помните, Архимед опускал в воду тела, скажем, наполненную до краев емкость, если опустить некое тело, то вода выльется, да? Определенное количество воды выльется. Если тело тонет, ну, совсем такой топор, да, падает на дно этой емкости, то по количеству воды можно судить об объеме тела. То есть тело может быть сложного объема, и если мы опустим это в воду, посчитав, сколько воды вылилось, мы можем точно рассчитать объем тела. Ну, точно, с некоторой точностью.
Это первое. И второе, а если тело плавает, то еще и можно массу его рассчитать. Как раз объем вылившейся воды будет говорить не об объеме тела, а о массе. Так, тут как бы вот. Ну, это известное в школе, можете найти, если кто-то помнит. Это не суть. Вот я подумал. Вот тут у меня, так сказать... Тут я хитро посмотрел по сторонам и подумал, так, а что если, значит, провести такой эксперимент? Ну вот смотрите, у позавчерашних физиков, которые сейчас ловят, ну, нейтрино уже там как бы неинтересно, они уже бозон Хиггса ловят, у них в качестве основного оборудования для проведения экспериментов служит большой адронный коллайдер. Как он сокращенно называется? БАК. А я подумал, возьму... ТАЗ. Нет, серьезно, я не фигурально, я реально взял ТАЗ. В середине, ну я не буду показывать, это неинтересно, это совсем просто, понятно. В середине просверлил отверстие, ну довольно крупного, так сказать, диаметра, большого диаметра. Приклеил такую отводящую трубочку, все там оборудовал как-то. Налил вот так до краев, до этого отверстия. Взял дрель, вставил дрель, вот примерно вот такую штуку, ну вот такую примерно и вставил. Немножко модернизировал тут, улучшил, изменил чуток. В общем, пропеллер, это такая перемешивалка. Пропеллер для перемешивания. Ну, не пропеллер, а как. Лопасти такие, да, оборудование. Включил дрель и сунул в воду. И что вы думаете? Да, меня дергало током. Нет, шучу. Что я хотел? Уже, наверное, вы догадались. Что если вот вращением, ну то есть движением, создать, так сказать, прецедент, то есть войти в воду и раздвинуть ее? Я же не тело вношу, ну вернее, я, конечно, сначала вставил это, так сказать, погрузил на некую длину, так сказать, на некую глубину в воду, а потом включил, да, налил там все это. Но это все понятно, не буду объяснять. Но идея в чем? Я ведь не тело погружаю с объемом, а погружаю движение как бы. Представляете? И я подумал, ну я же воронку должен там создать какую-то? Должен. Значит, я погружу воронку движение. Движением создам воронку, раздвину воду, и излишки воды перельются, и я как бы создам вот зримый эксперимент, в котором... Движение непосредственно можно зафиксировать, ну, как псевдоматерию. Вот как-то так. Понятно, да? То есть погружу в воду движение. Ну так, и что вы думаете? Так, самое интересное, что ни капельки воды не вылилось. Вот так. Я сам, честно говоря, не ожидал. Я думал, ну как так? И что это такое? Ну, то, что я там увидел, понятно. Понятно почему, но вам-то еще, наверное, непонятно. Рисую. Что получилось у меня с экспериментом? Ну да, вот установку можем назвать так, да? Бытовой. Бытовой адронный коллайдер ТАЗ-1. Вот так она и пусть и называется. Ну ладно, это я так шучу, чтобы немножко поднять настроение. Что же я там увидел? Что у меня приключилось с водой? Почему ни капельки не вылилось?
Вот приблизительно, ну, собственно, здесь и буду рисовать, да? А что тут? Так, значит, это уровень воды вот так примерно был, да? Нет, наверное, покрупнее как-то нарисую. Сейчас. Вот эта ось вращения моя. Ну да, вот так нарисую. Получилось. Получилась вот такая картина. В центре была воронка, а снаружи образовался кольцеобразный бугор такой, вал. И мало того, ну, тут понятно, тут как бы вот так струи, да, поскольку я подавал энергию в центре вращения, соответственно, ну, молекулы воды разбегались, они поднимались наверх, вращались по окружности, поднимались наверх, а здесь как бы, ну, это, конечно, сложно, но это уже предположение мое, что здесь образовался тор, потому что вот так вот здесь молекулы воды, они как бы растекались и сползали, и, скорее всего, как-то вот струи образовывали вот здесь вот тор, валик такой, но именно торообразный. Так немножко нарисовал, ну ладно. Ось вот так. Я так думаю. Понятно, что я не проводил. Я в том числе я проводил эксперимент, купил аквариум. Даже сначала я купил аквариум. Потом в тазу покрутил, но в аквариуме так. Я маленький купил, все-таки не хотелось тратиться слишком там на большой аквариум. Ну, хотел посмотреть. Понятно, да, видно же более-менее. Там с разных сторон, с разных ракурсов все-таки, ну так, более или менее. Хоть как-то сообразить. Не, ну, что-то видать там плохо. Ну, в общем, в тазу я продолжил эксперимент. И вот это мое предположение, конечно. Но оно так, судя по тому, как двигаются молекулы воды, они должны как-то здесь завихряться. Вот такая вещь произошла, представляете? Ни одна капля не вылилась. То есть есть центральная часть и есть периферия. Как я это описал для себя в трехмерном? Ну, наверное, где рисовать-то? Не буду рисовать, ладно. Вы сами можете поразмышлять, что будет, если подобный эксперимент провести в толще какого-нибудь материала. Ну, жидкости, да, или в газе, в общем-то. Ну, так, предположить хотя бы. Что я хочу? А, да, я еще хотел написать, что это, конечно, вот эта модель, она такая, ее правильно назвать 2D плюс 1. Ну, то есть, она не трехмерная, она скорее 2 плюс 1 мерная, потому что это отчетливо перед нами видна граница сред. Это ведь была вода и воздух, да? И вот мы как бы искривили эту поверхность соприкосновения двух сред. Поэтому правильно называть, что это не трехмерная модель, а 2 плюс 1 мерная. А в трехмерном сами можете поразмышлять. Я упрощенно это для себя нарисовал вот так. Ну, в смысле, сделал, что ли, да? Купил в магазине собачьих игрушек. Ну, в простом что-то нету, не подходили. А тут вот и шарик, так сказать, нашелся, и тор вот такой, да, кольцо подходящего диаметра. То есть получается приблизительно вот такая вот, если предположить, как будет выглядеть подобная структура, вот, или подобный объект в объеме. Вот если мы просто в объеме начинаем как-то вращать. Как? Сложная вещь, конечно, так сразу не скажешь, но все-таки. Ну и еще, конечно, то есть смотрите, центральная часть обязательно, да, и периферийная, и обязательно есть ось. Ось и центр, вот я, ну я так его отметил слегка. Значит, центр у этой структуры будет, вот такой можно вставить туда, да, понятно, что центр. Ну и все-таки ось, потому что вращение подается как-то вдоль оси, надо это... Ну, я для себя это отметил, да? Вы, надеюсь, со мной как-то согласитесь.
А что это? Что имеется в виду вот под тем, что я показываю? Что значит структура? Ну, структура — это значит вот такой объект переменной плотности. Вот теперь смотрите. Чем ближе к центру этой структуры, тем скорость вращения вот той среды, в которой мы попробуем это завернуть, что угловая скорость вращения будет больше, да, к центру больше, соответственно, ну, если так, из гидродинамики, да, вот просто, аэрогидродинамика. Чем больше скорость, тем ниже плотность. Помните, наверное, я, кстати, еще это, к этому вернемся, я покажу. Так что, я же говорил, да, у меня же формула в голове, у меня теперь, так сказать, ну, стержень некий, да, как это не... Это не пуля, это формула. Вот. Ну, как-то так можно размышлять. Правда ведь? Я пока не говорю, в какой структуре, вернее, что это за... Что это за среда. Я просто говорю, в любой среде, будь то вот воздух или вода, все равно будет получаться приблизительно такая же вещь. Судя по всему, судя по эксперименту. В самом центре будет минимальная плотность, потом она будет плотность нарастать вот до нормальной, вот в этой точке. Вот здесь закончится, сейчас так отмечу, да? Отмечу, значит, где-то вот здесь, вот, ну я так нарисую, вот так. Вот это как раз я назвал R максимум. Ну, может, неправильно, может... Ну да, нет, все-таки пусть так. То есть у нас основная структура – это центральная часть, это как бы вот ядро. А это уже периферия наша. Поэтому вот плотность там, где периферия касается центральной части, плотность нашего потока, наверное, должна быть равна. Равна окружающей среде. А потом она, наверное, должна нарастать. Ну, как-то так можно предположить, да? То есть скорость и плотность. Единственное, что, смотрите, получается, исходя из того, что я вот сейчас показываю, результат эксперимента, вроде бы, что объект должен иметь законченные геометрические размеры. Ну, в смысле, фиксированные, то есть они не ограниченные. А эта формула не дает возможности сделать такой вывод. Тут вот да, тут вот есть некоторое расхождение, ну, между вот результатом эксперимента, даже я бы сказал, и формулой. Хотя, ну как сказать, понятное дело, что вот этим вращение не заканчивалось. Все-таки от дрели, от вращения дрели вращалась вся вода в тазу. Все-таки, то есть структура-то была, но дальше-то вода все равно вращалась. Тут надо об этом сказать. Да, действительно так. Поэтому сами делайте выводы. Вот вы можете сами предположить, что бы это значило, да? Как все-таки это трактовать? Ну, я вот пока трактую вот таким образом, что все-таки в среде, ну да, пока не буду забегать вперед. Не буду забегать вперед. Скажу вот так именно по-простому. Все-таки объект, любой создаваемый объект в среде должен иметь конечные размеры. Ну, а иначе непонятно, как это бесконечность. Хотя формула, еще раз подчеркиваю, не дает возможности сделать такой вывод. Но, тем не менее. Вот такой эксперимент я проделал и получил вот такие результаты. Довольно необычные, но опять же, знаете, очень интересные. И меня это на очень многие вещи дальше навело. Интересно вот что. На многие мысли. Мысли побежали дальше как-то интенсивнее все-таки. Хотя, вот подобный эксперимент я провел приблизительно в апреле 2012 года. 2012.
И я вот такой ходил какой-то потеть, что-то читать начал, смотреть, думаю, ничего, что-то я... Подозрительно все это, конечно, но я нигде ничего подобного не встретил. Я искал что-то, пытался какие-то аналоги, может, кто-то что-то подобное делал. Ну, простейший эксперимент ведь, правда? Но с философской точки зрения, что ли, да, или с мировоззренческой, ну, довольно необычно, ничего себе. Как так? Очень многие мысли рождает. Так вот, реально... Какое-то осознание, вот что-то меня проперло более или менее, вот в том числе на то, что я вам сейчас рассказываю, до этого, и сейчас расскажу вот после, меня проперло только в январе 2013-го. То есть я практически вот 9 месяцев, кстати, очень интересно, 9 месяцев у меня не было конкретных мыслей как-то, ну, нет, наверное, как-то возникали они, наверное, как-то складывались, но... Практически 9 месяцев я проходил, вот как, ну как дурак, вот смотрел вот на это и думал, что это такое, как это так? Почему никто ничего подобного не описывал и не рассказывал? Ведь это интересно. Просто посмотрите, как коррелирует, как интересно связывается, сразу как-то начинает гранями играть другими, да, вот эта формула в свете этого эксперимента. Ведь правда? Они начинают обнаруживать свою взаимосвязь интересную. Ну вот, и подчеркиваю, нигде ничего подобного я не нашел, поэтому вот, ну, довольно долго думал. Как-то читал книжки какие-то, как ковырялся везде, ну понятно. Просто думал, что-то сидел, размышлял, что-то там рисовал. Ну вот довольно долго у меня этот процесс занял. Ну вот такой... эпизод, вот такая грань моего повествования. Прошу любить и жаловать. Эксперимент номер один. Повествования коснуться такой темы, как эфир, и задать наиболее простой вопрос: есть эфир или его нет? Как известно, даже в позавчерашней физике, можно сказать, в позавчерашней, то есть в 19 веке, эфиру, ну как минимум в 19 веке, эфиру не давали, вернее, эфиру давали возможность существовать, то есть эфир допускали и как-то принимали. Я говорю в 19-м, потому что вся современная физика, как уже говорил, наверное, да, и вот мы обсуждали, и тут рисовал временную ось когда-то в сериале вот, «Мировоззрение». Вся современная физика более или менее начала формироваться в 19 веке, и в начале 20-го. Все наиболее мощные открытия, что ли, ну, открытиями я так не назову, но теория физическая сформировалась на этом рубеже, поэтому 19-й, не потому, что там раньше ничего не было. Так вот, эфир допускали, его принимали, его как-то пытались описывать, ну, был такой термин хотя бы. Не противоречиво, вроде бы никто не возражал против. Но, как известно, в начале 20 века появилось как минимум два возражения. Первое возражение – это специальная теория относительности, как говорят Эйнштейна. Не буду раскапывать этот вопрос, а Эйнштейна ли это теория относительности? Вы знаете, даже понавыписывал и хотел было, сейчас опять тут минут на 20 так коротенько, да, привести какие-то аргументы и вообще рассказать. Честно говоря, что-то неохота уже. Мне вот как раз в этом цикле мировоззрения в моем я настолько много уже поопровергал всего, что сейчас
вроде бы и смысла нет, тем более, сейчас вы увидите, действительно, нет смысла сильно нападать на Эйнштейна именно потому, что я сейчас скажу, вот почему. Так вот, общепризнано вроде бы, да, расхожим препятствием, общеизвестным таким препятствием вроде бы на пути существования эфира является Альберт Эйнштейн. Но, если вы чуть-чуть копнете этот вопрос, то получается, что это не совсем так, или правильно даже сказать, совсем не так. Как пишут средства массовой информации, ну и вроде бы как история, так сказать, физики, да, как это развивалось, сначала вообще родилась специальная теория относительности, и она как раз отрицала эфир. Но потом появилась общая теория относительности. И что произошло? Ну вот в частности, откуда можно почерпнуть информацию? Как Эйнштейн со временем относился к такой категории, как эфир? Ну вот допустим, беру книжку Владимир Акимович, ныне живущий еще, кстати. «Популярная эфиродинамика» или «Как устроен мир, в котором мы живем». В интернете есть видео с его участием. Он уже в преклонном возрасте. Он как раз большой сторонник эфира, но видите, как раз «Популярная эфиродинамика». Он много объясняет, свою точку зрения дает. И вот, кстати, в этой книжке как раз что он пишет. Открываем эту книжку на 22-й странице и читаем. Специальная теория относительности Эйнштейна принципиально отвергла эфир. Единственным аргументом в пользу такого отрицания являлось то, что при наличии эфира теория становится слишком сложной. Так, в специальной теории, значит, Эйнштейн отвергал эфир. Дальше пишет Атюковский. Однако общая теория относительности, как это не раз подчеркивал сам Эйнштейн, немыслимо без эфира, хотя исходит из тех же положений. Ну, видите, то есть, как будто бы отрицание Эйнштейном эфира неоднозначно и не соответствует действительности, даже я бы сказал. Ну, это Атюковский все-таки, да, это сторонник эфира, он может говорить как-то по-своему. Конечно, сейчас бы, что называется, процитировать самого Эйнштейна, но для этого надо перелопатить его труды. А мне этого делать очень не хотелось, честно говоря. Ну, еще раз, просто незачем. Это не укладывается в логику моего повествования и моих исследований. Тем более написано вот такое. Давайте поступим чуть проще. Ну, и я поступил проще. Я залез опять в ту самую опять Википедию. Набрал там поисковый запрос «Эйнштейн, запятая, Альберт». Статья так и называется. И что там написано о взглядах Эйнштейна на эфир? Там есть, читаю, прям так и называется. «Признавал ли Эйнштейн эфир», по-моему, такая вот главка. Смотрите, что написано дальше. «Светоносный эфир Лоренца Пуанкаре Эйнштейн никогда не признавал. Однако, он предлагает вернуть термину «эфир» его исконный с античных времен смысл. То есть, слово «эфир» и понятию «эфир» ему много лет, да, много столетий, может быть, тысячелетий. Так вот, значит, дальше продолжаю. Что предлагает Эйнштейн? Предлагал Эйнштейн в своих работах по версии Википедии. Ну, это же с той стороны, да, это же их западная Википедия, поэтому вряд ли она сильно лжет. Википедия, в смысле. Значит, что предлагал Эйнштейн? Материальный заполнитель пустоты. Вот. То есть, все-таки, материальный заполнитель пустоты. То есть, физический вакуум или вообще вакуум, да, не существует. То есть, абсолютной пустоты не существует. Сам Эйнштейн считал, по версии Википедии. Другими словами,
И Эйнштейн об этом прямо пишет. Эфир в новом понимании – это физическое пространство общей теории относительности. То есть, да, видите, действительно, в общей теории относительности он без эфира не мыслит свою общую теорию относительности. Ну, как свою опять. Ну, говорю, не буду копать в эту тему. Хорошо, пусть свою, пусть это Эйнштейн. Ладно. Общая теория относительности, я имею в виду. Значит, дальше. Можно привести некоторый важный аргумент в пользу гипотезы об эфире. Отрицать эфир – это в конечном счете значит принимать, что пустое пространство не имеет никаких физических свойств. Вот, видите как? С таким воззрением не согласуются основные факты механики. Резюмируя, можно сказать, что общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами. Таким образом, в этом смысле эфир существует. Ну вот, есть подтверждение того, да? То есть, вовсе даже Эйнштейн не отрицал эфир, как пишется. Да даже, кстати, по-моему, в начале статьи об Эйнштейне есть, что отрицал эфир, да? А потом вот такое написано, видите, такая неоднозначность. Вот, то есть, этот эпизод мы снимаем, ну, то есть, как бы... Нет смысла нападать на Эйнштейна или рассматривать почему, да, аккуратно копаться, там аргументы его. Просто потому, что он в конечном итоге не отрицал эфир. Хорошо, не отрицал. Но все знают основной аргумент против эфира, и он называется «Опыт Майкельсона». Ну, в некоторых источниках написано «Опыт Майкельсона-Морли». Что имеется в виду? Вы знаете, я не буду рассказывать канонически, ну то есть просто тупо пересказывать этот эксперимент, что-то там. Я так по-рабоче-крестьянски сейчас вам его изложу. Вы можете сами посмотреть в интернете, естественно, да, или в других источниках, как проводился эксперимент, что там мерили, ну и так поразмышлять. Он не очень сложный, но я все равно по-рабоче-крестьянски, потому что, ну, так проще. И мне как-то понятнее, надеюсь, вам будет понятнее. В общем, так, по-своему расскажу. Вот представьте себе, что такой открытый кабриолет, машина, да, автомобиль, и в нем сидит некий человек, и у человека на шее повязан шарфик, как всегда, да, в кабриолете. Сейчас попробую нарисовать, ну, как смогу. Значит, наш этот кабриолет, да, машина наша. Так, сейчас. Тут что-нибудь такое, да? Так. Человек сидит. Тут у нас баранка. Человек сидит. Его голова, у него нос. О, вот так, точно. Нормально. Сидит человек за рулем, и на шее у него шарфик, значит, машина стоит на месте, ветра нет. Что будет происходить с шарфиком? Шарфик не колышется, правильно? Он просто лежит, так сказать, вот на теле, тут на плече как-то. Ну, все в порядке. Предположим, что человек поехал, да? Автомобиль поехал вместе с человеком, набрал какую-то скорость. У автомобиля некая скорость, V1. Соответственно, когда человек будет ехать, шарфик будет развиваться. То есть мы видим визуально, потому что машина едет, если вот как-то так вот, да? Вот если как-то застабилизироваться, находиться с машиной в одной системе координат, как говорят, да? То есть жестко быть связанным с машиной. И единственное, почему мы сможем определить, что автомобиль едет, ну, если не считать там пейзаж какой-то, да? То это шарфик начал развиваться, хорошо. Так вот, приблизительно что произошло? Когда в опыте Майкельсона, вернее, Майкельсон начал проводить свой опыт, приблизительно такой же, да? Вот он жестко себя связал с машиной, начал, так сказать, смотреть, что с человеком, с шарфиком. Он смотрит, а шарфик не колышется. Вот так, по-рабоче-крестьянски, совсем по-простому, я так сказать, по-бытову описываю его эксперимент. Он смотрит, шарфик не колышется.
Какой вывод можно сделать, если бы вы были оператором на месте Майкельсона? Вот Майкельсон оператор. Вы бы сказали, что возможно два варианта. Ну так, совсем по-простому опять, да? Первый вариант. Машина не едет, стоит на месте. Но предположим, что этот вариант вы отметаете. Вы говорите, не-не-не, мы точно знаем, что машина едет. Не может быть. Мы находимся на планете Земля, а она перемещается, да, в Солнечной системе. Ну, я уже так, туда немножко. Ну, в данном случае. Мы точно знаем, что машина едет. Хорошо. Тогда какой второй вариант возможен? Первое. Мы едем в безвоздушном пространстве. Так? Так. Вы скажете, возможный вариант. Воздуха нет. Но машина как-то едет, но воздуха нет. Да, тогда это первый вариант возможный. А второй, какой вариант возможный? Что воздух движется со скоростью V2, причем V1 равна V2. Ой, так. Воздух есть, но... Машина движется в воздухе, и ветер попутный, и скорость попутного ветра равна скорости машины. Чисто теоретически, ну, так по-простому, такой вариант возможен ведь, да? Вы скажете, ну да, а почему нет? Так вот, Майкельсон в своем опыте исключил второй вариант из рассмотрения. Он сказал, все. Раз шарфик не развивается, я считаю, что воздуха нет. Вот приблизительно так он исключил эфир из нашей картины мира, понимаете, из нашего мировоззрения. Хотя есть второй возможный вариант. Ветер попутный. Он гораздо интереснее, этот вариант. Сейчас объясню. Ну вот, еще раз повторяю. Это, ну ладно бы Майкельсон сделал такой вывод, да, он лично, он бы сказал, все, воздуха нет, значит, безвоздушное пространство, но, а остальные физики-то что молчали? Они почему-то просто легли под это мировоззрение, ну, как будто приказали по команде, да, может кто-то возмущался, но исторически, ну, в учебниках по физике это не написано, условно говоря, да. В учебниках по физике написано, что Майкельсон провел вот такой опыт, и это говорит о том, что эфира нет. Все. Вот, ну, в нашем случае воздуха нет. Да? Второй вариант не рассматривается. Ну, вы уже поняли, я-то вот клоню совсем к другому. А к чему я клоню? Сейчас. Есть ли эфир? Мало того, что он есть, судя по тому, что мы видим. Скажите, пожалуйста, по какой причине планеты Солнечной системы все, без исключения, вращаются в одном направлении. Ну, просто задайтесь таким вопросом, простым. Предположим, что эфира нет. То есть, полная пустота, полный вакуум. Так? Почему бы, в принципе, некоторым планетам не вращаться в противоположном направлении? Уравнение их движения будет абсолютно такое же. Даже с точки зрения, ну, пусть вот позавчерашней физики, да, я уже рисовал. К Солнцу их как бы притягивает сила тяготения. Вовне, значит, ее, эту силу тяготения, уравновешивает центробежная сила. И, собственно, и все. Вот две силы, которые себя уравновешивают. Но первое. В чем причина вообще вращения планеты по орбите? Ну, это, вернее, второе уже, да? Ну, или давайте первое. Первое. Почему вообще планеты движутся по орбитам? Почему все вращается? Почему вращается, да, вообще все? Все тела Солнечной системы, мало ли, что они так вращаются, они еще вокруг своей оси вращаются. Все спутники тоже вращаются в одном направлении вокруг своих планет.
Почему в галактике все вращаются, все в одном направлении? С разной скоростью, но в одном... С разной угловой скоростью, правильно, но в одном направлении. Почему вообще они вращаются, это первое. Что заставляет их вращаться? Ведь еще раз, если написать эти две силы, которые уравновешивают себя, сила тяготения и сила центробежная, то нет причины вращения. Не ясна причина вращения вообще тела вокруг, ну, например, Солнца. Вот, планета вокруг Солнца. Причина в чем? Ее нет. Никто не может объяснить. Второе. Почему они вращаются в одном направлении все? Что там? Ну, условно, да, против часовой стрелки, по-моему, да? Почему? Ничто не мешает некоторым планетам вращаться против часовой или по часовой стрелке. Ничто не мешает. Причина не ясна. И что-то еще у меня какое-то было. А, ну да. И почему строго? Чем дальше планета от Солнца, она вращается с меньшей скоростью. Этого тоже не следует из формулы, ну, уравнения, да? Из уравнения движения этой планеты. Вот так, в принципе, сказать это невозможно. Почему скорости четко, вот согласно вот этому закону, ну, третий закон Кеплера, да, ну, немножко вот сейчас по-иному записан. Почему? Чем дальше, тем медленнее. Ну, тут, наверное, более-менее понятно, да, там центробежная сила возрастает, а как раз будет слишком большая, а сила тяготения как раз будет убывать, поэтому и центробежная. Ну, тут, наверное, да, более-менее там понятно. А вот направление движения и в чем причина вращения вокруг? Ее нету. Но если вы эти ответы... Попытайтесь на эти ответы найти один, вернее, на эти вопросы, попытайтесь найти один единственный ответ, то единственное, что должно прийти вам в голову, что перед нами эфироворот, ну или водоворот эфира, тогда все становится на свои места. Тогда каждая планета на своей траектории, скорость ее вращения по этой траектории точно совпадает со скоростью вращения, вот, ну, как бы, этого слоя эфира. Причем, чем дальше слой эфира, тем, естественно, медленнее. Помните эксперимент номер один? Понятно, что самая сильная, самая большая частота вращения будет в центре эфироворота, а с удалением от центра она будет падать. Вот как она будет падать. Ну, даже интуитивно ощущается это, да ведь? Понятно же? Да. И причина в этом. И поэтому шарфик не будет развиваться, понимаете, на машине. Потому что машина несет потоком. Понимаете? То есть следует предположить, что эфир есть. И перед нами эфироворот. И вот она, формула эфироворота. Да, чем дальше, тем. Сразу все стоит на свои места. И почему планеты вращаются? Ну, они просто в эфировороте. Ну, или там, водоворот эфира. Они затянуты. Они, им нечем сопротивляться. Да? Они, им не обо что опереться, сказать, не хочу вращаться. А как? Их просто несет эфир. Водоворот эфира просто их вращает. И в одну сторону, правильно. И скорость понятна почему. И причина понятна. Ну как? Причина эфироворота в центре. Да, конечно. Ну, об этом можно размышлять. Но следствия сразу ясны. Казалось бы, но ни одна, так и хочется сказать, зараза, ни один позавчерашний физик этого не предположил. Вот так просто открыто и сказал, ребята, ну вот, ну перед нами эфироворот замутили. И сразу все встает на свои места, ну сразу. И не надо ничему сопротивляться, надо просто это принять, очевидное принять. Казалось бы, да, как просто. Но нет, идут дебаты какие-то, Господи Боже мой. Ну, да, я все-таки еще раз акцентирую, да. Вот почему шарфик не развивается. Планета просто, планету несет этот эфир. Но некоторые пытливые умы скажут, но ведь траектория не совсем круговая. Правильно.
Но вспомните приблизительно или представьте кадры какого-нибудь торнадо, к примеру, в Америке, да, очень сильные, там много съемок, в интернете можно посмотреть. Вот торнадо идет, да, и затягивает, ну, не знаю, какую-нибудь корову, да, вот он затягивает, и она там начинает болтаться в этом торнадо. Скажите, пожалуйста, у коровы будет ли траектория строго круговая? Ну, не будет, скажете вы. И понятно почему, в общем-то. Так и здесь. Мы же не знаем, как рождались планеты. Какие катаклизмы с ними происходили. На них что-то могло падать. Или в них, в недрах что-то могло взрываться, или что-то откалываться, к примеру. То есть шли какие-то геологические процессы, или вообще, в более широком смысле, процессы, астрономические процессы. И любое воздействие могло колебать ее на этом месте. Да, она немножко раз так и качнулась. И траектория немножко начала, так сказать, побалтывать ее. Может же быть такое? Ну, вы скажете, да, может. Ну, как корова в торнадо. Вот. Ну и последнее, наверное, что хотел бы сказать. Обратите внимание. Начал-то я с третьего закона Кеплера, имея в виду именно планеты. А пришел сейчас, видите, к чему? Я поставил здесь радиус. Именно радиус, не просто буковку R. То есть, планеты это видимые... Ну, маяки, ну, мало того, что им это надо, видать, по какой-то причине, но это как бы видимые маяки скрытого процесса под названием эфироворот. Поэтому по их движению можно приблизительно оценить формулу, приблизительно, потому что их орбиты не круговые. Но в конечном итоге надо же прийти к эфиру, к эфировороту, вот что я имел в виду. То есть, вот эта формула описывает уже не движение планет, а движение самого эфира. Поэтому здесь строго радиус. И вряд ли, думаю, вы будете сильно возражать. По крайней мере, можно принять это в качестве гипотезы. Ну, а как не принять эту гипотезу, что это эфироворот? А что тогда принимать? Понимаете? Как бы не просто эфир, а эфироворот вот на этом уровне. А тогда он описывается вот такой формулой. И здесь строго радиус, то есть струи или там, слои эфира движутся строго по круговым орбитам. А планеты уже, ну как-то их побалтывает. Да? Они так могут потом, там, чуть-чуть наклоненная орбита, она, так сказать, немножко там как-то они туда-сюда. То есть ну, человек уже может, ну, в смысле, уже можно представлять как-то, да, уже на какой-то там... На каком-то аттракционе в парке, да, траектория может быть у тебя, там ты соскальзываешь куда-то, тебя что-то болтает, но в принципе сам аттракцион, сама установка вращается по круговой орбите. Правда ведь, да? Ну, я думаю, вы ощутили, о чем я хотел сказать. Ну и понятно, да? Вот это как-то достаточно понятно. Ну и формула. Почему здесь радиус? Вот это я, наверное, хотел сказать об эфире, вот так как-то более конкретно. Пока все. В следующем цикле под названием «Мировоззрение» я рассматривал основные физические величины. Ну, кто смотрел, помнит. Это были длина, время, масса, сила тока, температура, количество вещества и сила света. Так они представлены, ну, например, в той же Википедии. Прям так можно набрать список физических величин. Сначала идут основные, а потом... дополнительные, по-моему, они называются. И я рассматривал их с позиции, ну, вопрос был задан, как устроено вещество, как устроен атом.
А это основные физические величины, значит, надо рассмотреть как бы с этих ракурсов. И я рассматривал все это. И не тронул, оставил в покое первые две величины, длина и время. Метры и секунды. И сказал, что в дальнейшем я все-таки к ним вернусь. Это интересный вопрос тоже довольно. И вот возвращаюсь, выполняя обещанное. Это я, так сказать, напомнил. Вот в канонической физике, ну или в позавчерашней, как я ее называю, эти величины, как я говорил, аксиоматичны. Они не рассматриваются. Ну, эти тоже аксиоматичны, кстати. Если посмотреть там на высказывания, какие-нибудь книжки, ну, естественно, не учебники, а какие-то книги там, более общие, значит, на эту тему. И масса, и там заряд, да и, собственно, что еще-то? Температура, да, количество вещества. Значит, понимаются, ну, вот, допустим, масса и заряд. Понимаются как данность, знаете, а высказывания там средневековых авторов вообще как бы Богом данное свойство, вроде примерно так, да? То это масса или там тяжесть тела, это свойство, которым Господь наделил все тела. Ну, примерно так. Ну, как бы, как это, на все воля Божья. Ну, это понятно, наверное, да. В общем-то, вроде и не возразишь. Но я имею в виду, аксиоматика в этом, да, присутствует. Ну, как бы, ну, так есть, и что ты пристал, и зачем тебе вообще, зачем копаться глубже? Ты, как бы, дальше лучше разбирайся. Ну, то есть, и эти тоже, но все-таки. А длина и время, так уж вообще, как бы, вот они, вообще они есть, и их вообще не касаемся. Интересно, интересно. Но... не так все просто. Все-таки некоторые, ученые покусились на эти темы, на тему аксиоматики. И вот что они нам рассказали. Ну, не то чтобы длина времени, а сейчас вот увидите, что я имею в виду. Значит, родилась так называемая ЛТ-система. Или система пространственно-временных координат. Вот. Значит, первые сведения о ней, вообще откуда я это узнал, поскольку в учебниках этого, естественно, нет вообще, ни гугу, нигде. Это тишина гробовая по поводу этого. Ну, наверное, это не входит в канон, да, современной позавчерашней физики, поэтому этого и нет. Ну, наверное, оправдано, в общем-то, почему бы и нет. Первый раз я с этим коснулся, когда мне в руки попала вот такая вот толстенная книжка. Книжка, к сожалению, не продается нигде, вы ее купить не сможете, но достать, наверное, ее можно. Ну, в конце концов, мне же она досталась, наверное, может достаться и вам, если захотите, если вам это будет нужно. Называется книжка, значит, авторы Кузнецов, Большаков. «Устойчивое развитие. Научные основы проектирования в системе природа, общество, человек». Есть такой институт в Дубне, город Дубна. Причем вот издательство «Гуманистика» Санкт-Петербург-Москва-Дубна. Видите, три центра мира, оказывается. Ну, я... Нет, я не стебусь, но вот так звучит, так, знаете, да. Не там, скажем... Не Лондон, Москва и Токио, или там Пекин, да, а вот Санкт-Петербург, Москва, Дубна. Ну потому что это издание вот как раз этого института. Здесь, вот не помню, по-моему, не... А, нет, тут нефти... В Дубне, в общем, есть институт. По-моему, он так и называется, как раз вот. Природа, общество, человек. По-моему, не помню точно. Что-то такое. Где-то здесь написано, но сейчас я не буду искать. Ладно, это не суть. В общем, как бы издание, ну, местное свое, да, и этого нету. Книжку, даже если просто название наберете, в интернете нигде нет, в принципе. То есть это не продавалось в широкую нигде.
Вот, поэтому вряд ли найдете, но тем не менее. Значит, здесь цитаты, которые я выписал, огромная книжка. Не буду, естественно, ее листать, буду цитаты зачитывать. Вот смотрите, о чем идет речь. Сейчас я аккуратно так зайду, да, на то, что хочу рассказать. Это важно с точки зрения моего логики, моего повествования. Это, вот, для меня это важно. Поэтому, ну, буду рассказывать, ваше дело, смотреть или не смотреть. Итак, Кузнецов-Большаков. Устойчивое развитие, научные основы проектирования в системе природы, общества, человека. Учебник. Санкт-Петербург, Москва, Дубна. 2001 год. 616 страниц с иллюстрациями. Я так буду почетче. Если кто-то захочет найти где-то, ну, ищите. Значит, страница 65. Вот смотрите. Универсальной основой любого точного научного знания является пространство и время. Вот, видите, заход откуда начинается. Эти понятия являются фундаментальными в философии и науке. Нераздельность пространства-времени есть эмпирически подтвержденное научное положение, прочно вошедшее в 20 веке в научную работу. В системе природа, общества, человек пространство-время появилось как неразрывно единое целое. Ну, скорее всего, у них они имеют в виду как раз общую теорию относительности, я думаю. Там есть очень корявая запись под названием «Интервал», если помните. Интервал, ну я одномерный напишу. Интервал обозначается S. S квадрат равен C квадрат T квадрат плюс X квадрат. Ну, там дельты я не буду, неважно. Ну, если трех... Нет, ну давайте трехмерный напишу. Здесь плюс y квадрат и плюс z квадрат. Вот так вот у того же Эйнштейна, значит, объединяются понятия время и пространство. То есть координаты пространственные, x, y и z, да, трехмерность. И вводится одномерное время через c квадрат. Ну и вот, типа, вот такой вот интервал. Не буду критиковать это, сейчас рассматривать. Я считаю это полным бредом, опять же. Ну вот, это мое мнение. Это вообще вот, ну, что значит c квадрат? Просто посчитайте. Предположим, шарик за одну секунду прошел 1 метр. Ну вот, я без y, без z опять пусть будет, да? Хотя бы для простоты. 1 метр, да? 1 метр в квадрате это 1. Здесь 1 секунда в квадрате. А здесь будет c квадрат. 3 на 10 в десятой, да? Метра, сантиметра. Что там у нас? 3 на 10 в десятой чего? Метра, да. 3 на 10 в восьмой метра. И вот интервал, который, вот согласно этой теории, еще раз, за 1 секунду шарик пролетел 1 метр. Ну или вот так, переместился. Раз, 1 метр, да, вот я, здесь, через секунду метр. А согласно вот этой записи, вот некий интервал, который прошел этот шарик, это вот здесь вот будет, ну, единицей можно пренебречь, вы понимаете, да, здесь единица. То есть 3 на 10 в восьмой в квадрате, то есть 3 в квадрате, 3 в 3, 9, это, ну, грубо, 10, да, 10 в восьмой это 16, 10 в 17. Грубо получится, что исходя из этой формулы, S равна, корень же, да, мы извлекаем. Ну, тогда, да, просто C, да, 3 на 10 восьмой, правильно? Метр. Согласно этой формуле, за секунду шарик прошел 3 на 10 восьмой метра. Это что такое? Это как вообще понять? Ну, вдумайтесь. Что это такое? Ну что это за величина? Это вообще не... При чем есть скорость света? Шарик двигался со скоростью света? Ну докажи, покажи это. Что это значит? Что двигалось со скоростью света? Система инерциальная относительно шарика, что ли? А при чем здесь она? Ну мы-то относительно шарика не двигались со скоростью света. У нас он был сначала вот здесь, потом вот здесь.
взаимное расположение между мной и шариком поменялось ровно, ну даже если я вот так буду, и от меня на метр, да, он ровно на метр от меня за секунду, да, отошел. Вот я инерциальная система, и вот шарик его инерциальная система. Ну так что ли? Вот он шарик в моей инерциальной системе. А что такое 3 на 10 восьмой метра по отношению ко мне? Я даже не понимаю, что это. Поэтому я теорию относительности я рассматривать даже не хочу. Но это, я не знаю, что это. Попробуйте сами для себя описать это как-то в голове в своей. Если у вас уляжется, ну тогда да, тогда вы, что, тогда можно и меня, собственно, не смотреть, правда ведь? Ну, Эйнштейна слушать, если там есть записи какие-то. Хорошо. Ну и вот у них, вот в этой книжке, да, они не говорят, ну дальше говорят, понятное дело, там очень много всего написано, честно говоря, очень много разного. Но я рассказываю об ЛТ-системе, поэтому мне не важно, что другое они говорят. Вот они как-то обосновывают, что пространство и время, дескать, изначальные философские величины. Как-то так, видите? Значит, я туда загоняю, да? И они, в общем-то, у них вот так написано. Дальше. Что мы, значит, на странице 65 можем прочитать? Бесспорно, что и время, и пространство в природе отдельно не встречаются. Они нераздельны. Мы не знаем ни одного явления, которое бы не занимало части пространства и части времени. Только для логического удобства представляем мы отдельно пространство и время. В действительности ни пространства, ни времени в отдельности мы не знаем нигде, кроме нашего воображения. Это слова Вернадского приводятся, ну, в этой книге. Да, с этим-то я согласен. Но у меня-то вот она формула. Обратите внимание, здесь есть и время, и пространство. Обратите внимание, здесь даже объем R в кубе, хотя это вроде бы просто R, это не V, не объем, да? Но R-то в кубе. И эта формула никем не может быть оспорена. Она фактически несколько иная запись третьего закона Кеплера. И здесь это как-то гармонично и понятно. А вот это, мягко говоря, хрень. Я извиняюсь за такое слово. Но это действительно хрень. Это вообще непонятно. Ну с какого вот, что такое это c квадрат везде суется? Ну вот она суется теперь везде и все. Но связь понятна. И вот отсюда лучше было бы ее взять. Логично и гармонично. Дальше. Страница 66. Признание факта реальности пространства-времени дало возможность допустить существование универсальной меры в системе природы, общества, человека. Вот. Обратите внимание, видите? Универсальная мера. Заговорили о чем-то. Читаем дальше. Однако это предположение можно считать доказанным в том и только в том случае, если в явном, эмпирически подтвержденном виде установлена измеряемая связь между разнообразными мерами философии, математики, физики, химии, биологии, экологии, экономики и политики. То есть мера может быть и есть какая-то, но ее надо четко описать и подтвердить эмпирически, ну, опытом. Эту задачу было крайне сложно решить, пока мы не использовали выдающееся открытие Бартини систему пространственно-временных величин, ЛТ-систему в скобках. В ней показана пространственно-временная связь всех возможных физических величин. Наличие этой системы дало возможность установить пространственно-временные связи между мерами философии, математики и физики, и на этой основе исследовать связи в других естественных и гуманитарных науках. И дальше на странице 87 приводится картинка. Ну, она такая, не, может быть, не сильно важная, но тем не менее, картинка есть, и я ее, ну да, вот так вот приклею.
Что еще? Ну, из этого все. Вот, обратите внимание. То есть люди ищут некую универсальную меру. Люди искали. И продолжают искать, по крайней мере. И продолжают вот настаивать на этом. Видите, вот в одном из институтов в городе Дубна к этому относится серьезно. И целая книжка, и там много про эту ЛТ-систему. Видите, хотя в канонических учебниках, в частности по физике, ничего об этом нет. Дальше я беру другую книгу. Сейчас пока непонятно, да, но я сейчас загоняю аккуратно. Вот эту книжку я уже купил просто в магазине. Называется «Мир Бартини. Сборник статей по физике и философии». Поэтому, значит, такая книжка «Мир Бартини. Сборник статей по физике и философии». Продолжу цитатами оттуда. Эту книжку я купил в книжном магазине, ее, наверное, можно купить или периодически можно купить, но она была, по крайней мере, проскакивала. Значит, смотрите, что написано в этой книжке. Страница 203. А, ну да. Там в книге приводится некая история вопроса, какие высказывания, какие ученые делали. Еще, кстати, с 19 века начиная уже немножко, кто-то уже пытался. Но вообще ЛТ-система все-таки началась в 20-м, так по-хорошему. Первым за нее зацепился так называемый Бурнистон Браун. Дже Бурнистон Браун. Вот и в этой книжке как раз приводится о нем немножечко сказано. Смотрите, страница 203. Бурнистон Браун предложил новый подход к теории размерности физических величин в статье, датированной 24 мая 1940 года. Вот, уже практически в середине 20 века. И дальше в этой книге написано. В точной науке числа вводятся в природу путем определенных условных и исторически сложившихся приемов. Если исключить способ простого счета, то оказывается, что эти приемы состоят из визуальных наблюдений за совмещением двух отметок вместе с подсчетом. Вот видите, он как бы говорит, а как собственно числа попадают в нам, числа, измеряемые числа. Как правило, мы совмещаем какие-то метки, риски. Вот что он имеет в виду. Физик в действительности наблюдает только показания стрелок приборов, и они вместе со счетом. Все, что требуется в части измерений науки. Ну, а потом следует интерпретация этих совмещений рисок, да? Или там стрелочка совмещается с каким-то показанием прибора. Но опять же, с рисочкой на приборе, да? Как-то так, линейно, либо круговое что-то, либо вот, ну да, термометр там, да? Что-то расширяется, там, помните, тоже совпадает с рисочкой, мы смотрим, и потом уже, ну, предварительно расчетное, если, то здесь, так сказать, конкретная величина стоит. Там, минус, сейчас там, 12 градусов в Москве, допустим, да, утром. Вот к чему он загоняет, понимаете, то есть нету как бы физики процессов, если так абстрагироваться немножко, понять, а что мы собственно измеряем, то мы, во-первых, смотрим на совмещение некоторых рисочек и стрелочек, да, колбочек и палочек, и, а потом интерпретируем, видите, интерпретируем, вот к чему как бы он ведет аккуратненько. Дальше идет интересная фраза, это вот уже высказывание Брауна. Очень интересный абзац, я его прочитаю, короткий. В связи с этим полезно вспомнить, что масса представляет собой коэффициент, придуманный Ньютоном. Сила – это воображаемая причина изменения, а потенциал – чистейший западноевропейский миф. Ни один из них не может быть измерен непосредственно. Вот это вообще интересно, да? Что бы это значило? Я не буду давать никакую оценку, я просто вот... Имейте в виду, интересно, интересно. Чего только не найдешь, так сказать, на просторах книги. Ну вот давайте дальше, страница 27.
Бартини предлагает, а уже, так сказать, немножко с другой позиции, уже как бы от автора книги, от составителя. Бартини предложил выразить все физические величины через длину и длительность. Это позволило бы описывать физические понятия и явления в геометрических, в скобках, пространственно-временных терминах. И дальше еще одна цитата. Бартини сопоставил массе размерность L в куб t минус 2, как и Браун. Заряд Бартини также представил, как и массу, через L куб t в минус 2. Так. И вот давайте я объясню, что я имею в виду. Мы так плавно заходим. Давайте я вот это уберу уже. Это уже нам, в общем, не понадобится. Так что имеется в виду? Видите, я не стал читать историю вопроса. Такой русский итальянец, ну русский, в общем, в 20 веке предложил как минимум начать с того, что все физические величины представить через время, что ли, да, и пространство, или через метры и секунды. И начал он с того, что предложил массу и заряд, вот они, кстати, это вот таблица как раз, да, посмотрите, значит, слева это у нас время, ну, то есть секунда в степени, вот это секунда в первой степени, соответственно, какая величина соответствует этому? Период, он же, его период измеряется в секундах просто, да, секунда в первой степени. Соответственно, вот здесь вот секунды в соответствующей степени, в первой, в нулевой, в минус первой, минус второй, минус третий, минус четвертый, минус пятый. А здесь метры. Метры в нулевой степени, в первой, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой. Ну и как бы, вот, ну да, вот, соответственно, эта таблица, сейчас объясню. Первое, с чего начали, и Браун в свое время, и потом Бартини подхватил, что массу вот в этой вот ЛТ-системе следует измерять в какой величине. То есть масса имеет размерность в ЛТ-системе. Я сразу вот так пишу, да, вот так, но ЛТ. Значит, L куб, Т минус вторая. L квадрат, вот так пишется, Т, ой, то есть L куб. L куб, Т минус 2. Это очень странное утверждение, может показаться, с точки зрения позавчерашней физики, вот канонической. Вы сейчас, возможно, у вас возникнет какое-то непонимание и отторжение. Уверяю вас, то, что я рассказываю сейчас, в логике моего повествования важно. Поэтому, если вам важно то, что я рассказываю, ну или, по крайней мере, интересно, да, любопытно, то дослушайте. И попробуйте пока сейчас просто принять как есть. Ну, посмотрите на таблицу и примите как, ну, как-то странно, но непонятно. А потом все это раскроется. Прямо в следующей серии и раскроется все. Итак, Браун, значит, а за ним Бартини утверждают, что массе соответствует размерность L куб t минус 2. Сейчас интересно, буду рассказывать или не буду по поводу этого. Ну да, буду. Давайте буду. А вот теперь еще раз посмотрите на эту формулу. Все же, видите, все же вот не совсем на голом месте, да, ощущаете? А вот у нас, вот она, наша размерность изначальная. Метры в кубе, секунды в минус второй степени, правда ведь? Это у нас, как я говорил, размерность вот этой нашей Э, что это за Э, пока непонятно. В следующей серии будет ясно сразу все. И я потом вам рассказывал, как эту Э раскрыли. Сделали, пусть Э будет G на M.
Помните? Гравитационная постоянная и масса. И размерность E у нас как раз метр в кубе. Но почему-то Бартини, ну, можно любое поставить, потому что я сказал, да, к этой нашей размерности добавили умножить на килограмм, разделить на килограмм. Кашу маслом не испортишь, можно все что угодно. Но изначально величину, которую раскрывали для того, чтобы вообще ввести в нашу жизнь массу как таковую, да, физически, взяли эту нашу Э как раз, вот эту, изначально. А у нее как раз такая размерность. То есть из Э вывели массу, и как бы, ну, по правилам, наверное, да, по закону рождения, да, по генетический код у нее как раз такой, оставили как бы хромосомы, да, как будто, знаете, вот такой какой-то рождается. Ничего лучшего не придумали, оставили вот как у родителя, да, размерность родителя. Хотя не совсем понятно, ведь может же там XY, да, помните, там от папы, от мамы что-то такое, но другого ничего не придумаешь. Это вещь искусственная, как я покажу в следующей же серии. Но ничего не оставалось, кроме как взять вот это. Почему Q взяли оттуда же, для меня вообще загадка. Потому что, ну да, покажу, наверное, или не покажу. Тоже так же взяли. Ну а дальше, допустим, сейчас пока дальше. Если кому-то непонятно, приношу свои извинения. Потому что, действительно, еще раз, в рамках позавчерашней канонической физики вот эти рассуждения вообще какие-то странные и непонятные. Но давайте их пройдем, просто мне это нужно для повествования. К примеру, как дальше можно? Помните, сила равна масса умножить на ускорение. Ускорение у нас секунды, ну вот масса, да, это, ну я так в привычных напишу. Значит, сказали, что это будет масса в кубе на секунду в квадрате. Допустим, да? Ускорение понятно, метры на секунду в квадрате. Метры на секунду в квадрате. Не буду скобки писать, это уже неинтересно. Что получается? Тогда у силы, да, логично предположить, метр в четвертой степени делить на секунду в минус четвертой. Ну и соответственно, метр в четвертой, секунда в минус четвертой. Сюда пишем силу, видите? У силы тогда будет вот такая размерка. Ну и дальше понеслась, да, что называется. Помните, вот сюда тоже влепили. Рассказывал уже, значит, сотру. Помните, рассказывал про электрическую емкость, что неправильно понимается, опять же, в позавчерашней физике, понятие электричества, понятие электрической энергии. И предполагается, что электрическая энергия или заряд, как это написано в учебниках по физике, хранится в обкладках конденсатора, то есть в проводнике у конденсатора. Но это не так. Я приводил аргументы и опыты. Люди проводили опыты и совершенно железобетонно для себя установили, что заряд хранится в диэлектрике между двумя этими обкладками. Представляете? Но поскольку в физике все-таки считается, что там в обкладках, и для емкости написана такая формула, что электрическая емкость приблизительно, значит, пропорциональна площади пластин и обратно пропорционально расстоянию между этими пластинами. Площадь пластин — это, соответственно, метр в квадрате, разделить на метр получается просто метр, да? Условно. Даже в физике вот эта формула написана. То есть, ну, как-то странно, тут вроде бы же, как они, фарады, да? Но тем не менее, если уже переходить к ЛТ-системе, то согласно этой формуле надо соотнести емкость с размерностью метр в первой степени. Ну, соответственно, сюда и написали. Вот, метр в первой степени, Т в нулевой. То есть просто метры, то есть длина, соответственно, носит такую же размерность и емкость. Считаю это большой ошибкой опять, естественно, непониманием, что такое электрическая энергия. Ну и, соответственно, родилась вот такая вот таблица. Это не полная таблица и только физических величин, некоторых. Она более полная, людьми там рисуется.
Но вот именно такая таблица, такую таблицу вы можете встретить, значит, увидеть, опять же, в Википедии по запросу, ну вот, Бартини Роберт Людвигович. Если вы наберете, то будет статья о нем. И в конце как раз вот эта вот таблица. Можете там немножко почитать. Там, по-моему, нет описания. Но опять же, да, это не хочется никому эту тему развивать. И описания там нет, но таблица есть. То есть, видите, как интересно. Несмотря на то, что обоснования четкого нету, почему же пространство и время, ну или метры, да, и секунды являются как бы изначальными для других величин. Видите, масса и заряд не являются аксиоматичными, то есть они могут быть вроде бы выведены из метра и секунды, ну и другие величины тем более тоже. Но вот глядя с точки зрения, опять же, под ракурсом современной физики, это не кажется естественным и логичным. Какое-то напряжение рождает, дескать, в какой связи, как-то, при чем здесь? Ну и что это? Это же вот так пишется, это приблизительно, причем это оценочно. Там емкость равна, да, вот площадь пластин на расстоянии между ними. Но это же не значит, что фарады это вот метры изначально, что ли, как-то. То есть совсем непонятно. Именно потому, что современная физика остановилась на определенном уровне, ну, грубо говоря, на поверхности мировоззрения о том, как устроено вещество, и не двигается вглубь. И она настолько вот примитивная, я бы сказал, и настолько сама по себе нелогичная, а я показывал это, да, в цикле под названием «Мировоззрение», сколько там дыр, сколько там нестыковок вообще, ну никак нельзя считать, что вот атом устроен таким образом, что снаружи, где у меня тут это есть, что есть некий центр, да, и вот и куча электрончиков бегает вокруг, в частности, да, вот. Ну, с этого начинается. Если мы не понимаем, что такое атом, как мы можем двигаться дальше? Что такое уже электрический ток, там что-нибудь, температура как, и так далее. То есть, если мы строение атома так и не ущучили, а вот это нелогично, ни с какой позиции, то, соответственно, вот какая-то глубина, попытка глубины рассмотрения этого вопроса, она кажется тоже нелогично. То есть как-то вот не приши кобыле хвост. Серьезно. Я вот сам рассказываю, и сам как-то мне вот я ёршусь, потому что в рамках современной физики это какая-то нелепица. Это не совсем или совсем непонятно. Ну и поэтому это в том числе не вошло, естественно. И, ну потому что, ну, что с этим делать, не ясно. Ну что значит масса измеряется вот L куб Т минус 2? Ничего не понятно. Самое главное, это ничего не дает. Повторяю, это не дает из-за того, что само физическое мировоззрение, естественно-научное, так называемое современное, крайне нелогично. Поэтому даже непонятно, о чем я вам тут рассказывал. Мужик, что ты нам канифолишь мозг? Это абсолютно неясно. Что вообще ты хочешь сказать? Вы знаете, вы абсолютно правы. Но все-таки, первое, обращаю ваше внимание на то, что есть такая система, да, ЛТ-система, пространственные временные величины. Она есть. Человек такой был, Бартини Роберт Людвигович. Значит, и что я хотел сказать, и зачем она нам нужна, я раскрою вот прямо сейчас, и вы поймете, к чему я все это веду. Thank you.
закон Кеплера, несмотря на то, что был открыт 400 лет назад, никем особо не используется, ну так, в широкую, то есть нет восторженных, что ли, высказываний по поводу него. Или я бы сказал так, по отношению к этому закону не проявлено должного пиетета, как говорят. Ну, в некотором смысле, наверное, это оправдано. Потому что запись третьего закона Кеплера была несколько малоинформативной. И, как я уже сказал, эта запись касалась планет, которые вращаются вокруг Солнца. А нужно было переходить к эфиру. И тогда логическая цепочка начала разворачиваться бы совсем в ином направлении. На мой взгляд. Ну, может быть, это так и должно было быть. Поэтому что там ругать, да? Что, дескать, 400 лет назад неправильно размышляли, что ли сказать. Ну, некорректно тоже. Я просто имею в виду, что в той записи, в которой она была рождена, он был рожден, третий закон Кеплера, он не дал того многого, которое мог бы дать. Как-то так. Повторяю, что вот такая запись мировоззренчески гораздо более объемная и интересная. Ну вот тут вот у меня так записано, да, на протяжении нескольких серий, как значок на флаге и на древке, да, правда, вот флаг белый получается, но я не сдаюсь. Это такой флаг, знаете, ну, белая доска — это флаг познания, да, лучше сказать. Чистый лист, на котором ты можешь написать все, что тебе взбредет в голову. Вопрос, что ты напишешь на этом чистом листе. Ну вот. Вот видите, у меня вот эта запись именно сверху слева, да, у древка. Я считаю это более чем закономерным. Ну, я выбираю вот это, написать на этом чистом листе. Не, как я говорю, не те три буквы, которые пишут на заборе, а тут вот у меня тоже три, да. В общем-то, но другие буквы и по другому поводу. Так вот. А что могла бы дать эта запись? Я, почему я так начал, да? Пафосно, что ли, в некотором смысле. А вот смотрите. Рядом с этой формулой можно написать еще две. Как минимум две. Ну, я вот пока две осознал, раскопал и увидел. Эти формулы приводятся в учебниках по физике и по химии. И точно так же, как мимо третьего закона Кеплера, люди ходят мимо них, можно сказать, их пинают, да, ногами и никак не используют. И самое главное, никак не ассоциируют. То есть, они не видят между ними связи. Я считаю напрасно. Ну, я сейчас покажу, вы сами все увидите. Я надеюсь, вы будете восхищены так же, как был восхищен я. Вот по-доброму, знаете, вот по-большому. То есть, с дрожью, можно сказать, вот. В голосе, да, и с мурашками по позвоночнику. Серьезно, мне было... Я испытал просто вот глубинное чувство, когда вот увидел, как они соотносятся. Ну, потому что это, вы знаете, в общем, сейчас все увидите. Итак, первая формула, мимо которой, ну, уже вторая, да, можно сказать, вторая, давайте. Вторая формула, мимо которой ходят люди, это следующая. Но сначала скажу все-таки. Помните, я когда рассматривал температуру, я говорил, что температура, ну даже чисто интуитивно и, ну что ли, на бытовом уровне, понимаемо людьми, обязательно связана с таким понятием, как агрегатное состояние. Все вроде бы это понимают, да? Но как-то я говорил уже, что там не прописано, так и не поняли взаимосвязь все-таки. Ну, то есть,
явную взаимосвязь не выделили. Хотя, ну, как-то так. Для детей рассказывают, что называется, да? А потом в учебниках по физике это как-то не выявили. Так вот, если задаться вопросом, а где нужно искать вообще тепловую энергию, в какой формуле нужно было бы искать? Если бы вы тоже задались таким вопросом, так методично, да, и нудно, не отходя, то есть пока не выясню, не отстану, скорее всего, вы бы пришли к выводу, что все-таки эта формула не должна касаться твердого тела и жидкого. Видите, я уже подсказываю, да? Скорее всего, это должно касаться газообразного состояния. Ну, там же наиболее мы нагрели, да, тело, и оно испарилось. Значит, там больше всего температуры в этом состоянии, тепловой энергии присутствует по отношению к каким-то другим видам энергии. Видите, я начинаю подсказывать. Наверное, вы со мной согласитесь, скажете, ну да, что-то в этом логической цепочке есть такое. Ну так вот. Вот. И второе. Помните, я говорил, что на всю астрономию один единственный закон, который вот можно так вот формулой написать, да? Как это ни странно. Так вот, на все газообразное состояние один единственный закон. Ну и вы, наверное, многие, наверное, уже догадались, какой. Закономерность называется, как он там, уравнение состояния идеального газа, или еще называется уравнение Менделеева. Или еще, да, для того, чтобы опять как-то русских уесть, да, чтобы они нос не задирали, называют уравнение Менделеева-Клаперона. То есть кого-то обязательно пристегнут. Ну, уравнение состояния идеального газа, допустим, пусть будет. Как оно записывается? Значит, это у нас P, давление, так связано. Так, какой же буквой написать-то P? P, P, P. P большой написать? Ну, давайте большой напишем. P... давление и объем газа, значит, произведение равно мю, я так напишу, РТ. Значит, произведение давления и объем какого-то количества газа равен, значит, его температуре, умноженной на то количество молей, которое там заперто в этом объеме. Это, ну, такая химическая величина. Помните, основные величины это количество вещества, моль. Количество молей и умноженное на универсальную газовую постоянную. Вот R это газовая универсальная постоянная или универсальная газовая постоянная. Ну, что-то такое. Так, вы скажете, ну, связи пока как-то не сильно прослеживается, да? Может быть, объем вот R-куб как-то еще, да? Все остальное вообще полный мрак. Да, правильно. Сейчас вот и начнем. Давайте посмотрим на правую часть. И посмотрим с точки зрения размерности. Пишу размерности правой части. Я так вот отсюда начну писать. Значит, это количество молей, ну, моль. В штуках, да, моль, значит, мю, это, да, так и пишу, значит, моль, ну да, я вот так напишу, моль в числителе. Теперь, у универсальной газовой постоянной, значит, у нас джоуль делить на моль, умножить на кельвин. И температура у нас в кельвинах. А, ну да, вот так напишу. Опять же, да, чтобы было почетче. Кельвин делить на единицу. Ну и как вы видите, интересно опять, да? Помните, как я рассказывал, Э развернули в гравитационную постоянную и в массу, умножив на килограмм, да, объединили так по-хитрому и получилось произведение. А теперь смотрите здесь. Вы опять видите интересную вещь, да? То есть, в принципе, с точки зрения размерности,
моль на моль и кельвин на кельвин сокращаются вообще-то. И получается галимый джоуль. То есть, как можно было бы переписать вот эту формулу и в общем-то, ну, математически или с точки зрения размерности, не осуществить над ней никакой, так сказать, ну, никакого надругательства, но в свернутом виде опять, да? Как? Очень просто. Давление, объем. Я вот так Т поставлю. Равно некой тепловой энергии. То есть, если взять некий любой произвольный объем, объем газа под определенным давлением, ну, можно его сдавить, да, тогда давление и объем, так сказать, как-то поменяются, но все равно. Можно просто, вот, допустим, можно в шарик надуть, да, вот просто воздуха. Вот как-то интересно получается. Если этот объем под этим давлением просто перемножить газом, произвольный объем, то это будет равняться, очень как-то странно, да, некой тепловой энергии, которая в этом газе заключена. А объем ведь можно и уменьшить. А объем можно уменьшить до какого размера? Вы скажете, до размера молекулы. Или атома даже, да. Ну, лучше, ну, допустим, молекулы, допустим. Или, если это инертные газы, они одноатомные, да? Теоретически можно взять из этого объема один атом инертного газа. И даже этот маленький атом будет подчиняться этой формуле. Ну, как-то странно, у одного атома, ну да, почему нет, давление есть какое-то, наверное. Но у него уж точно есть объем, да? И значит, в нем будет заключена некая тепловая энергия. Представляете? Как по-иному начинают разворачиваться мысли, если всего-навсего проанализировать размерности вот этой правой части, увидеть вот это и свернуть ее просто в тепловую энергию. Ну, джоули, да? Моли и моли убираются, кельвины убираются, остаются только джоули. Ну, джоули, килокалории, какая разница? Пусть будет килокалории, если кому-то нравится. Ну, вообще-то джоули. Интересно, да? Уже почти. Ну, вернее как, тут энергия, да, все-таки. Тут объем, ну хорошо, как-то бьется, да? Вот с давлением непонятно. Непонятно. Пока вам непонятно, а я для того и нужен, чтобы вам рассказать. Вот смотрите. Сейчас все будет понятно. Сейчас все будет очень даже понятно. Давайте я уже перепишу эту формулу сюда. Я ее уже сюда перепишу и сейчас все объясню. Пишу, так сказать, без содрогания, а в полном сознании, так сказать, дела. Значит, ну да, пишу. П, В, вот так напишу. Немножко, так сказать, ну вот давайте так, что ли. У, Т. Да, написал. Молодец. Для того, чтобы показать вам, что давление здесь и вот угловая скорость в квадрате здесь не случайны, попали в это место, я вам сейчас процитирую несколько мест из разных книжек. Первая книжка – это учебник. Уже помните. Мякишев, правильно же? Мякишев. Физика, 10 класс. Открываю. Страница 163 называется так. Я уже, кстати, по-моему, рассказывал чуть-чуть это место. Называется «Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов». Видите, опять газов. Но это не то же самое. Тут речь о том, значит, чему равно давление в газе. Как определяется? Значит, в современной физике
принято считать, что я рассказывал уже, но сейчас повторю, что тепловым движением, за тепловое движение, ну вернее, за тепловую энергию, вот в газе в частности, отвечает поступательное движение атомов или молекул. То есть они вот так неистово бьются по объему, да, как-то хаотически, причем линейно движутся, именно, подчеркиваю, линейно. И вот это, дескать, рождает и температуру, ну и вот, кстати, и давление почему-то здесь. Здесь вот не про температуру, а про давление. Ну то же самое. Именно поступательное движение. Вот странно уже, да? Мы рассматривали температуру в свое время, а здесь просто движение. Ой, здесь давление так обосновывается. Ну, на то она и позавчерашняя физика, как я говорю, пусть будет. Итак, каноническое уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Значит, вот из учебника физики пишу, чтобы вы это, кстати, увидели. P равно, вот это самое давление, ну я его большим написал, ладно, неважно. Значит, смотрите, P равно, пусть так будет, 1/3, значит, m0 на n v квадрат. Еще раз, поскольку позавчерашние физики считают, что молекулы и атомы газа движутся поступательно, то, соответственно, все их формулы будут содержать линейную скорость. Но обратите внимание, ну и в этой и касательно того, чему равно давление конкретного газа, вот выводится вот такая формула. Что такое m0? Это масса, насколько я понимаю, молекулы, да. А n это их количество. Обратите внимание взаимосвязь, записываю. Из этой формулы p равно, вернее, я так, да. P есть. Вот так вот, что функция скорости в квадрате. Понимаете, на что я намекаю? Оставлю пока это в стороне. Беру еще одну книжку. Я специально накидаю, а вы сами решите. Вот что перед вами на доске. Я просто покажу. Есть такая книжка, купил, значит, Мхитарян. Автор, учебник. Называется «Аэродинамика». Я просто вот открываю несколько страниц и просто выписываю очередные формулы вам. Значит, пишу очередную формулу. А квадрат равно dp по d. Это у нас ρ. Значит, перед вами формула скорости звука, скорость распространения звука в среде. Обратите внимание опять, вот здесь вот это перепад давления, ну а это естественно плотность среды, плотность газа, это понятно, это характеристика самой среды. Но тогда смотрите, как связана скорость звука, скорость распространения, это же волна, да, очередная опять, с давлением, ну опять квадрат скорости. А вот давление. Так. Значит, это. И еще одну формулу. Тоже. Она интересная. Все знают такое понятие, как подъемная сила. Ну, аэродинамика же, да? Тут же надо рассчитывать, в том числе, подъемную силу. Ну, вот смотрите. Подъемное уравнение для подъемной силы. Я его так, тут на две формулы разбиты, я вставлю одну в другую, чтобы сразу была она одна. Значит так, подъемная сила y, значит, ну не буду писать, неважно, значит, y равен, смотрите, некий коэффициент, значит, коэффициент лобового сопротивления, c, я не буду индексы писать, я сейчас объясню вам. С, дальше идет ро, дальше идет у нас, я вот так сразу сюда напишу С, Т,
Здесь идет площадь, но я ее перенесу сразу сюда вот в знаменатель. Значит, смотрите. Вот так вот исхитрюсь. Ну да, все, значит тут. В квадрат пополам. Смотрите. Вот это как раз равно P, правильно? Значит, S вообще стоит вот здесь, и тогда вот эта подъемная сила. Но если S перенести в знаменатель, получится сила делить на площадь, это как раз давление. Давление на крыло, правильно? Вот давление на крыло, значит, учебник аэродинамики. Еще раз. Мхитарян. Ну, вообще можете подъемную силу в интернете наверняка, да, найдете и посмотрите, чтобы увидеть. Значит, как связано давление на крыло со скоростью, ну, летательного аппарата, допустим, да, или набегающего потока? Это, значит, С у нас, что там, лобовое, коэффициент лобового сопротивления, это связано с конструкцией, да, с материалами нашего крыла, соответственно. Это ро, это плотность, опять же, воздуха, ну, или, ну, да, воздуха в данном случае, да, вот так по-простому скажем. Воздух, и вот она скорость опять. Смотрите, обратите внимание опять, В в квадрате. То есть... Ассоциировать давление со скоростью в квадрате не является, мало того, преступлением, а вполне оправданно. Но в данном случае у нас процессы линейные, да, как мы их задаем. А что, если бы мы дали круговые процессы? Значит, у нас давление было бы связано с угловой скоростью точно так же. P, то есть как P, напишу, что здесь, да, где-то, есть некая функция... Омеги в квадрате причем. Скорости в квадрате. Это важно. Поэтому вот то, что здесь давление в первой степени, выглядит, ну, вполне оправданным. Да? Все формулы современные из разных областей, вот там молекулярно-кинетическая теория, а тут вот подъемная сила, а тут вообще скорость звука, что-то такое, видите? Везде обнаруживается подобная зависимость. Наверное, это о чем-то говорит, скажем так, хотя бы, да? Ну вот. Наверное, больше не буду продолжать. Хватит этого. То есть, помните, зачитывал тоже из учебника, что Михаил Васильевич Ломоносов наш, между прочим, предлагал считать тепловой энергией, что ли, да, или температурой, нет, все-таки тепловой энергией, вернее, ассоциировать тепловую энергию с круговым движением молекул или атомов, вещества. Представляете, круговое движение. Повторяю, если мы уменьшим наш объем до размеров одного атома или молекулы, то эта формула начинает приобретать несколько иной смысл. Понимаете? То есть опять, если перейти как бы с внешнего рассмотрения, да, с такого непонятной точки зрения, углубиться и встать еще и в центр атома, то так и хочется сказать, что как-то так же все устроено. Смотрите. Единственная пока закавыка, да, вот здесь вот некая Э, вроде бы константа, а здесь явно энергия, вроде джоули же, как же так, джоули. Ну ладно, так, мысли, да, все-таки, я надеюсь, вы, ну, возбуждены в хорошем смысле, вам интересно, что оказывается вот эта формула рядом таким вот образом не случайно ложится. И еще раз повторяю, эта формула, вроде бы газы, причем здесь молекулярно-кинетическая теория газов, вернее даже уравнение состояния идеального газа, а тепловая энергия, подчеркиваю, ее больше в газе должно быть по отношению к другим видам энергии. Вот, вот так опять, да, залудил. Ну вот так. И еще одна формула тоже. Thank you.
И еще одна формула тоже. Значит, тоже в смысле, мимо которой ходят ее и пинают просто. Учебники, ну и еще одну вещь сейчас. Значит, электрическая энергия. Что же такое электрическая энергия? Ну, проложим хотя бы дорожку какую-то, да, протопчем что-то. Я сейчас не буду отвечать, там все, да, все-таки электрический ток пока достоверно не знаю. Ну, вот так, железобетонно, чтобы я мог выпукло, аккуратно объяснить. Смутные догадки есть уже, все, так сказать, почти готово, но тем не менее. Значит, открываю. Итак, электрическая энергия. Ну, понятно тоже, что эту формулу, вы скажете, ну вот, теперь и эта формула. Хотя правильно уже ожидать, да, что некая формула может быть с какими-то джоулями, то есть с энергией. Так и есть. Вот смотрите. Пёрышкин, физика, 8 класс. Ну, у меня в частности, да. Формула называется «Работа электрического тока». Пишу. Работа электрического тока равна, значит, напряжение на этом участке цепи, ну, на участке, да, и заряд, который, значит, был перемещен. Тут даже есть эта формулировка. Чтобы определить работу электрического тока на каком-либо участке цепи, надо напряжение на концах этого участка цепи умножить на электрический заряд, прошедший по нему. Ну да, все правильно. Ну, тут уже чуть проще, тут сразу три величины, да, уже как-то сразу навевает. Но что-то как-то пока совсем никак. Никакого объема не видно и в принципе. В помине, что называется, в помине. Ничего, нормально, сейчас. Ну, на то и я, да, опять же, чтобы все равно найти, так сказать, зерно. Так, Пёрышкин, Гутник, физика, 9 класс. Тут уже, так сказать, соавтор появился. Я не сказал там страницу, да? Ну, наверное, не важно. Нет, ну все-таки. Пёрышкин, физика, 8 класс, страница 118. На всякий случай все-таки скажу. Да, страница 118, учебник физики, 8 класс. Теперь, Пёрышкин, Гутник, физика, 9 класс, страница 186. Значит, пишешь, и есть просто формула, просто ее напишу. Какая мне разница? Чего и как, я не буду разбираться. Ну, вернее, сейчас не задача разбираться, разбираться надо было раньше. Сейчас уже просто пишу. Заряд конденсаторе равен напряжению на его обкладках, что-то как-то так, по-моему, там написано, и емкость пластин конденсатора. Ну, просто подставляем, да? И разворачиваю сразу формулу. Ну, понятно, да, тут будет U квадрат на C. И разворачиваю формулу вот в такой вот вид. Что получается? U квадрат на C равно, а вот тут так, смотрите, работа электрического тока, понятное дело, измеряется в джоулях, энергия тоже измеряется в джоулях, поэтому, опять, да, перехожу с внешнего, с некоего такого экстра, что ли, события, да, на интрасобытие, на внутреннее. Предположим, что если взять один атом, то для него какая-то подобная формула могла бы быть написана. Тогда я здесь напишу, не меняя джоули и не меняя смысл физический, да, я все-таки напишу Е. Причем напишу так. ЕК. Имея в виду, что это энергия, ну, заряда, то есть электрическая, как бы. Электрическая энергия некая, да, которая может быть записана так. У в квадрате на С равно ЕК. И перепишу сразу уже. Ну, вы понимаете, я же как бы это... Я мужик сырой. Всякую херню вам предлагать не буду. Так, пишу. Значит, смотрите. У квадрат на С равно ЕУ.
Ну и припечатаю, чтобы уже не было ни у кого никаких сомнений и вопросов. Вот сразу, без предисловия, что называется. Так, значит, автор только тут найти надо. Так, рецензенты есть. А, под редакцией Каноненко. Каноненко, да. Значит, учебное пособие для вузов называется. Электротехника и электроника. Вот такая вот книжка, толстая довольно. Значит, называет, да, учебное пособие для вузов. Каноненко. Да, В.В. Каноненко. Ну, опять же, не обязательно это, просто в этой книжке, кстати, не во всех как-то так написано. Вот пришлось искать книжки, чтобы, вы знаете, вот дурной, купил книжку только для того, чтобы выписать вам формулу на доске. Вот чтобы была твердая копия, чтобы я сослался. Ну, отнесу это на расходы, как это, реквизит при съемках, да? Графа, реквизит. Ну, правда, в принципе, я мог посмотреть и дальше пойти, но я вот, чтобы не быть голословным, просто, может быть, в это вот выпукло формулу не найдете так где-то. Ну, вот, явно так. Она как-то называется, она, я не знаю. А, ну вот, смотрите. Еще раз. Электротехника и электроника, Каноненко. Значит, страница 162. Параграф называется, ну или, да, параграф. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины. Речь идет о генераторе. То есть, когда генератор вырабатывает электроэнергию, вот запись для электродвижущей силы. Запишу. Значит, 162 страница еще раз. Значит, Е равно... Сейчас. 2П Н делить на 60 умножить на 2. Что такое? А умножить на N и на F. Вот такая страшная формула, совсем не страшная. Смотрите. Значит, речь идет об электродвижущей силе. Ну, вы можете почитать, что такое электродвижущая сила. Это вообще, конечно, муть голубая очередная. Потому что, ну, в учебниках по физике, особенно в более младших, да, вот для детей, условно говоря, там есть и напряжение, разность потенциалов, и электродвижущая сила, и электрическая энергия. Что только как-то не написано. Но все измеряется. Вот эта ЭДС, так называемая, она измеряется в вольтах. Поэтому то, что здесь Е написано, не должно вас смущать. Это, в общем, У, можно сказать. Ну, можно как-то по-другому это написать. Но, в смысле, букву можно поставить по-другому. Но название очень интересное. Сейчас увидите. Вот смотрите. Итак, это в вольтах, поэтому это напряжение. В общем-то, это напряжение. То есть, да, сейчас про формулу сначала. Смотрите, значит, 2П здесь, это, сейчас скажу, это важно, чтобы вы, так сказать, ощутили. 2П – число пар полюсов. Так, N большое – это у нас обмотка якоря имеет N активных сторон своих секций. Это... Речь о конструктивной особенности якоря, ну это тоже, да? Все это конструктивная особенность нашей железки. Там количество пар полюсов, вот 2А это у нас число параллельных ветвей обмотки якоря, опять видите, да? Вот 2А. А вот это F у нас магнитный поток одного полюса. То есть, смотрите, чему равно напряжение вот на выходе нашей обмотки, значит, генератора. От чего зависит? Зависит от конструктивной особенности нашего генератора. Сколько мы там чего намотали, это понятно. Количество пар, вернее, да, там. Как что-то расположили. То есть конструктивно, как мы его изготовили. Вот это F, магнитный поток, это, можно сказать, характеристика материала, из чего мы его изготовили. И есть одна единственная величина. В электротехнике она называется N. Это как раз частота вращения, так называемая, обороты в минуту. Помните? То есть, если так, это вольты, это обороты в минуту. То есть как раз угловая скорость, понимаете? То есть, грубо говоря, в генераторе вот это напряжение на выходе, я уже U напишу, да? Оно прямо, даже можно сказать, равно, ну через коэффициент, пусть будет так.
является функцией частоты вращения. Вот, порт. То есть, чем быстрее крутим, тем больше напряжение. Линейная зависимость. Но тогда понятно, почему здесь U в квадрате, да? Здесь у нас давление там зависело от некой скорости в квадрате, а здесь напряжение вообще, допустим, в генераторе связано с угловой скоростью, вообще со скоростью вращения линейно, поэтому здесь U в квадрате. А обратите внимание, что стоит вот во второй вот этой части, вот эта вертикаль. Здесь у нас R куб, здесь у нас V объем, а здесь у нас емкость. Хорошее русское слово. Сколько там? 1/61 часть ведра, да? Или стакан. 200 грамм. Ну и кто теперь скажет, что емкость в ЛТ-системе должна ассоциироваться, ну или выражаться, что ли, размерностью метры. Кубометры должны быть. Я к чему? Обратите связь, какую-то очень неслучайную связь этих формул. И теперь подумайте, почему я здесь написал букву Э в самом начале? Да потому что я считаю, что это энергия. Вот как это было? Парадоксально, странно бы не звучало. Но посмотрите на формулы. И посмотрите, как не случайно, в экспериментальной, можно сказать, в прикладной физике, там, в электротехнике, в аэродинамике, не случайно давление связано со скоростями квадратичной зависимости, а напряжение связано в линейной зависимости. И тогда здесь правильно стоит квадрат, а здесь он не стоит. Ощутите вот эту связь. Ну, она же есть. Ну, я так считаю. Я не, опять, не буду агитировать. Моя задача, наверное, была вот... Ну, моя задача разобраться, как все устроено, а в данном конкретном случае, для чего я снимаю это видео? Я снимаю видео, чтобы вы это тоже увидели. Увидели. Ну вот, показываю. Правда интересно, очень любопытно. Вот, и вы начинаете ощущать, тогда, наверное, все-таки начинает ощущаться вот эта вот идея ЛТ-системы, да? Помните, что зачем и почему можно выразить другие физические величины, отличные от метра и секунды, да? Все-таки в метрах и в секундах. Вот как-то у вас в голове, надеюсь, начинает складываться. Сейчас я еще немножко продолжу, но пока скажу все-таки, что, судя по всему, помните, вот, да? Вот так вот выглядела ЛТ-система, которую предложил выдающийся, но почему-то так... не раскрученный, что ли, да, бренд, с нераскрученным брендом, выдающийся авиаконструктор Советского Союза Бартини Роберт Людвигович. Странно почему-то вся эта история, но, кстати, одним из вещей, которые он занимался довольно плотно, это экранопланы. Они тоже оказались в большом загоне, а как сейчас вот постепенно, потихонечку как-то выруливают все, начинают осознавать вообще процессы, что экранопланы очень перспективное направление. Это самолеты, которые могут и стартуют там, с водной поверхности и летят, так сказать, низенько, да, над водой, но от того они очень большой грузоподъемности и довольно безопасные и проходимые, но низко. Они не сильно высоко летят, а буквально над поверхностью. Но это очень интересное направление. Но вот было почему-то не развито и в Советском Союзе. Ну а сейчас вообще все, так сказать, признаком хорошего тона было вообще как бы убей свою страну, да? Вот эти люди вообще, так сказать, зашли на пьедестал, на верхний.
чем больше, так сказать, народа собственного погубил и страны похерил, то ты как бы самый выдающийся человек. Ну, я не жалуюсь, мне как-то это не то чтобы не важно, но я все равно не могу ничего сделать в этой связи, да и не знаю. Иногда разговариваешь с окружающими людьми, с родственниками, а у них ведь нет понимания, что происходит, и самое главное, где выход. Но ведь нету у них понимания. Поэтому, с одной стороны, ну, это как бы мой народ, да, мой род. А с другой стороны, ну, я пытаюсь объяснять, где выход. А они глухи к моим словам. Ну, я, ну, можно сказать, жалею, но не пристаю. Ну, а что я должен делать? Что я их за шкирку потащу? Светлое будущее? Нет. Я объясняю. Значит так, Бартини, система Бартини, насколько я вижу, она некорректная теперь. Ну вот видите, вот пришли к этому. Так сказать, я уже, казалось бы, да, выдающийся человек, ну как выдающийся, видите, не раскрученный бренд, еще раз говорю. Интересно, но все-таки, вроде бы моща, мозг, там, если кто-то почитает, может быть, книжку найдете, весьма любопытно. Но опять же, вот не раскрученный почему-то, да? Но вот тем не менее. Вроде бы не глупый мужик. И вроде бы сейчас целый институт в Дубне, в том числе, вот выпустил книжку толстенную, да, в которой тоже это приводится, разворачивается. То есть они за вот это все. Понимаете? А вот я опять, получается, баба-яга против. А я вот опять, так сказать, разрушаю устроенное здание, даже альтернативной как бы науки, да? Вот это как бы альтернативная некая вещь, ну, вернее, ну, не совсем альтернативная, она, ну, не каноническая, не записная. Но я считаю, она тоже некорректная. Потому что, вот смотрите, итак, энергию в этой системе записали вот сюда. Это L в пятой, T в минус четвертой. А я считаю, вот она энергия, и вот ее размерность. Там, где почему-то поставили заряд и массу, это неправильно. Здесь энергия. Энергия. Ой. Вот где энергия стоит. В этой системе у нее кубометры делить на секунды в квадрате. Соответственно, так, еще, вот. Электрическую емкость поставили метры, в размерность метры, неправильно, кубометры, электрическая, вот, объем и емкость, объем и емкость. Ну и вот смотрите, напряжение поставили, разность потенциалов поставили, L квадрат, T минус, T, ну да, T минус второй, то есть метры в квадрате делить на секунду в квадрате. Неверно. Это у нас что? Это у нас единица на секунду в квадрате. Там же, где угловая скорость. Сюда же. Та-та, ну вот сюда же. Там же, где угловая скорость у нас, да, напряжение, разность потенциалов. Давление у нас, соответственно, будет единица на секунду в квадрате. Вот сюда. Вот где давление наше. А стояло оно аж вот где. Метры в квадрате на секунду в минус четвертой аж было. Ну вот, не знаю. Так. Что еще-то не поставили? А, ну и все, собственно, да. Напряжение, емкость, давление. И это все энергия. Вот. Даже здесь, что называется, да, оттоптался. Ну что делать? Это такой мой взгляд на вещи. Вы можете его принимать или не принимать. Я просто о нем рассказываю. Таким вот образом. Thank you.
итог всему вот этому циклу под названием обоснование. Как-то подобью мысли. Как я мог бы это сформулировать? Вот размышляя о некой классификации, которую я сейчас нарисую на доске, я пришел к выводу, что любой объект, если, ну да, вот так скажу, любой объект в среде под названием эфир, по крайней мере, исходя из того, что я вижу вокруг себя, скорее всего, формируется одним способом – образованием движения, ну или подачей движения в какую-то точку этого эфира. Структура, которая при этом получается, вот такая. Ну, тут еще ось, да, как-то это подается с определенного направления и в центре, в некоем центре, есть направление подачи, и в некоем центре образуется вот такая структура. Причем не важно, что это. Вселенная, Солнечная система или атом, к примеру. Структура, скорее всего, судя по моему эксперименту номер один, должна быть вот такой. Есть некая центральная часть и периферия. И вся эта структура, это, ну, центральная часть, по крайней мере, это сфера переменной плотности, где самое большое вращение в центре, и оно спадает вот к максимальному радиусу. А потом эту шаровую структуру переменной плотности охватывает еще и периферия, которая вот упрощенно можно представить таким тором. Она ее локализует, она ее завершает, эту структуру. Тогда, какую бы классификацию я мог для себя написать? И написал, и сейчас представлю вам. Примерно так. Это предварительная классификация. Я никого ни за что, опять же, не агитирую. Я для себя составил некий план, что ли, да, на будущее. Некую... разложил как бы по полочкам, что ли, да, и так немножко систематизировал все, что я... все свои мысли. И вот эта систематизация, она выглядит таким вот образом. Я пишу снизу вверх по мере моего осознания. Но вообще, ну, сейчас увидите, собственно, да. То есть я ставлю номер один внизу. Значит, как я назвал уровень первый? Так, где-то я буду писать вот здесь, да. Так, сейчас их будет вот... Да, я вот так отделю сразу. Так, немножко, чтобы было проще мне писать. Значит, ну да, допустим, первое. Элемент. Второе. Атом. Третье. Молекула. Что я имею в виду? Пока не отвечая на вопрос, что такое атом и молекула, я вот сейчас, так сказать, вам объясню хотя бы предварительно. И себе. Я пока на этом уровне осознания, поэтому большего сказать не могу. Итак, любой объект, любое нечто рождается так. Тогда, предположим, с чего начинается мельчайшая частица? Мельчайшая частица, ну, наверное, вот выглядит вот опять же, вот с такой вот штуки, да? Очень маленькая, но вращение подано в определенную точку эфира. Я назвал это элементом. Чем он характеризуется? Ну, кстати, если вспомните опять, да, вот показывал. Как называется периодическая система? Она ведь называется не периодическая система атомов, а элементов. И вот это слово мне показалось довольно удачным. Сейчас все объясню, сейчас увидите. Итак, у этого объекта есть, помните, стер специально, значит, та же самая формула.
А не до квадрата РУ равно Э. Так вот, чем отличаются между собой элементы? Ну, этим и отличаются. У них фиксированная омега, у каждого своя, своя. Допустим, омега Н, напишу, равно константа. То есть у каждого, для каждого элемента химического, можно сказать даже, он отличается от другого такого же элемента тем, что у него своя омега. Ряд. Ну, так же, как периодическая система, таблица Менделеева, да, периодическая система элементов. Соответственно, будет и омега константа, ну, понятно, и будет у нас этот R константа. Константа. И у каждого своя будет E, N, N константа. Понятно, да? Для каждого элемента своя фиксированная, причем фиксированная, омега, R и E наши. Вот это элементы, это еще не атом. Атом, насколько я понял, начинается с того, что мы каким-то образом подаем второе. Вот не буду пока конкретизировать, я просто скажу, что атом — это комбинация как минимум двух, а вообще трех главных движений. Вот. Я назвал эти уровни, вот первый, второй, третий, сейчас будут еще, я назвал их главными движениями. Ну, вот так я их назвал. Каждому будет соответствовать какая-то своя формула или свои характеристики. Значит, что у нас на уровне атома? А вот это и есть то, что я вам только что писал. Здесь действует формула как раз тепловой энергии. То есть P на V равно... УТ. Уравнение состояния идеального газа. Атом не может быть представлен просто как-то абстрактно, химически. Он обязательно уже физический, и он обязательно имеет агрегатное состояние. А раз так, значит, вот эта уже формула должна начать работать. Значит, это главное движение уже должно быть включено. Но, на мой взгляд, атом этим не заканчивается. На мой взгляд, атом обладает как минимум тремя главными движениями, ну или совокупность трех главных движений. И третье главное движение, опять мы рисовали, У квадрат на С равно ЕУ. Вы скажете... Но почему же я написал вот тут молекулу, да, а формулу пишу вроде бы про электричество? Насколько я понял, на текущем этапе вот своего осознания, это люди используют этот вид энергии как электричество. Из-за того, что у него этот вид энергии обладает вот такими свойствами, удобными. Его можно вот получать, сохранять. Но, ну так, если Творцу вообще-то этот вид энергии нужен для образования молекул. Это действительно мощная уже энергия по отношению вот к этим двум. Тепловая ниже, это еще ниже. Это, ну я так назвал ее, энергия твердыни. Или можно назвать энергия элемента, кстати. Или элементарная энергия, вот, да, тоже хорошее название. Здесь тепловая, а здесь электрическая. Она действительно наиболее мощная, ну, потому что третий уровень, это же уровень образования молекул. Понимаете, масштабы другие, значит энергия больше. Что такое атом и что такое молекула, да еще и, ну, молекула всех молекул, да, мама молекула, молекула ДНК, это же огромная молекула, двойная спираль. Наша, да, генетическая. Понимаете? Вот почему энергия больше, чем тепловая. И почему ее как бы выгоднее использовать. Потому что она, ее больше в окружающей нас среде, ее больше. Ну, наверное, ощущаете. Это уровни, вот я уже, понимаете? Это уровень энергии.
Да, ее много, поэтому и у нее такие свойства, что удобно ее использовать в качестве электроэнергии. Но вообще это энергия образования молекул. Как я понял пока, на текущем своем, вот, со своего, так сказать, глядя на окружающий мир из своего коллажного ряда, или что там, пасконного, ну не знаю, неважно. Что дальше? Как я это для себя нарисовал? Я полочки, никого опять, никого не агитирую, никого не хочу там подсидеть или кому-то противоборствовать. Я это написал исключительно для себя. Если хотите, принимайте и используйте как-то для себя. Ну, у вас еще будет одна точка зрения еще одного безумца, да, в интернете, моя вот на эти вещи. Ну, и слава богу. Не нужно, выбрасывайте в помойное ведро, что называется, мои видео, и спокойно живите. Все нормально. Итак, что дальше? На мой взгляд, какие уровни организации, это же главные движения, то есть должно быть что-то совсем вот жесткого разима. Я это понял так. Что дальше у нас? 4, 5, тогда 6. Здесь у нас будет клетка. Только с этого места начинается возможность репродукции. Только клетка умеет размножаться на себе подобных. Это крайне важное свойство. По отношению к молекуле. Молекулы не умеют. Значит, дальше, насколько я понял, это организм. Для нас важно, наверное, несколько иное написание этого уровня. Человек, да? Ну, мы же люди. Были бы мы лягушками, наверное, даже и не писали бы эти главные движения. И лягушки нам важны только с точки зрения того, чтобы посмотреть, так сказать, разные формы, да, организации. Организация, организм. Но все-таки венец – это человек. Для нас самих, я не вообще венец, не человек царь зверей, да? Сейчас мы всем будем объяснять, что мы царь зверей. Для нас самих-то важны мы, поэтому человек, наверное, но с биологической точки зрения, организм, что ли, ну как-то так. Вот здесь интересно, здесь можно было бы написать биосфера или там сообщество, да, но я напишу, вот, может быть, для вас необычно как-то в этом месте, но все-таки напишу. Планета уже для нас. Для нас совокупность всех факторов, которая вот замкнутая, достаточно замкнутая. Не совсем, конечно, но все-таки. Следующий уровень организации, который, да, относительно, как это называется, самостоятельно, да, или там, не помню, слово что-то выпало из головы. Это все-таки вся планета. Ну а дальше понятно. 7, 8 и 9. Это понятно. Это, ну, я напишу. Ну да, здесь напишу планета Земля, прям так напишу. Тоже имея в виду, что не просто планета для нас ведь интересна, а наша планета. Поэтому напишу так. Человек, а здесь планета Земля. Здесь поэтому звезда. По имени Солнце, да? Галактика. И Вселенная. Что я имею в виду под словом Вселенная? Я имею в виду абсолютно то же самое. Ну, все же мы хотим в конечном итоге осознать, иметь какой-то зримый образ, хотя бы в каком-то разрезе. Зримый образ высказывания, как вверху, так и внизу. Так вот, я пока для себя, исключительно для себя,
утверждаю или постановил, сам себе приказал считать, что и элемент, и Вселенная устроены абсолютно одинаково. Вернее, их главное движение выглядит абсолютно точно так же. То есть есть центр Вселенной, в который подали огромную энергию вращения. А, ну не написал, да? Здесь, по крайней мере, ну и туда можно, но напишу здесь что-то. Вот, вот здесь как раз это, эти наши формулы. Омега квадрат r куб равно e. И в центр Вселенной подали огромную энергию вращения, и она вот такая же. И это я имею в виду под Вселенной. И вот знаете, наверное, да, оценки современных ученых, к примеру, что размер Вселенной нашей 10 в 28 сантиметра. Причем не важно, диаметр это или радиус, да, ну сильно не важно. Это такой порядок величины, что это, в общем-то. Предположим, что это как раз наш вот этот радиус R. Да? Тогда что получается? Еще раз. Вот этот, иногда называют предметный остров, по-моему, да? Вот как я думаю, допустим, опять, на данном этапе моих размышлений я буду полагать, что действительно, предположим, что бесконечное пространство заполнено эфиром, и оно относительно недвижимое, ну, такой стационарный. Если я, как творец, хочу замутить, в прямом этого слова, переносном, но в прямом, замутить некую вселенную, создать для себя вселенную, то я подаю в центр сначала движение, в центр вселенной, и создаю, ну, допустим, вот такого объема, да, вот с таким вот радиусом объект, огроменный, он устроен точно так же. Это общее вращение. Вот что мы, как правило, понимаем под словом гравитация. Переменная плотность рождает желание этого эфира стянуться к центру, потому что в центре Вселенной минимальная плотность будет этого эфира и максимальная его скорость. Нету гравитации. Есть скорости и плотности, разве что. Ну, можно, да, вот плотность. Нету притяжения. Есть желание покоя. Есть желание схлопнуться опять, лечь на бочок и лежать. У эфира, потому что это антипод Творцу, что ли. Ну, вот можно так, да, пока. Творец это... такой мужичок вроде меня с неуемной энергией, ему что-то постоянно надо. Вот кто его просит это все делать, непонятно, кто его просит вообще вселенной создавать. Но он не может, у него зудит в заднице. Он такой, он веселый, активный, ему что-то надо, пытливый ум, понимаете, что-то ему взбрендило в голову, он захотел, он подал энергию. А эфир как средоточие вообще инертности, понимаете? Он хочет быть в покое, а вот это вращение ему не дает. И вот это желание эфира вот, вернуть себе состояние покоя может восприниматься нами как гравитация. Но это не так. Это просто желание успокоиться и, соответственно, уменьшить плотность, да, вернуться назад. Потому что вот здесь увеличенная плотность, тут уменьшенная плотность. Ну, в общем, сплошная болтанка. Эфиру оно не надо. Он как раз обезличенный и инертный. А Творец, он как раз личность и активность. Ну, как-то так можно размышлять, да? Так, примитивно, по-рабоче-крестьянски. Ну, по крайней мере, как-то так. Итак, Вселенная, это вот именно... И Вселенных, скорее всего, их бесчетное количество, понятное дело. Ну, между ними, наверное... относительный покой у эфира. А вот это образование огромное, это с этого начинается Вселенная. Но каждый элемент это тоже маленький шарик, точно такой же. С этого начинается низ, построение, так сказать, тела всей Вселенной. Ну, это
Это как бы, это ее объем Вселенной, да? А мы же здесь хотим, о, чего тут надо залудить-то? Тут нам надо, тут у нас клетки, тут планет будет куча, галактик, звезд немеренная, да? Сколько планет, а сколько организмов будут заселять эти планеты? Красотища, гармония. Вот, вот это все снизу начинается точно так же. Вот как. Вот как и вот как. Дальше пока не знаю. И не знаю, как скомбинированы эти три главных движения. Да, давайте я их еще и назову. Да? Можно вот этот уровень первых трех главных движений назвать элементарный. Элементарный уровень. Или можно было неорганический, но как-то пусть будет элементарный. Вот этот пусть будет как раз органический. А этот какой? А этот пусть будет творческий. Не знаю почему, но пусть будет так. Ну, в конце концов, как это? Доска все стерпит, и потом, ну, я же танцую, да, я и, что называется, называю. Пусть пока так. Может быть, какие-то термины не очень корректны, тем более, обратите внимание, вы можете возразить на это каким образом? Вот первый и второй уровень, ну, допустим, да, обладают некой сферической симметрией, скорее всего. Ну, скорее всего. Вот с этого уровня, с шестого, более или менее, начинается тоже сферическая симметрия. Планета более или менее, да, наш геоид, ну, круглый. Ну, уж тут тем более все, допустим. Ну, там неизвестно, ну, галактика, звезда, по крайней мере, галактика, вращение есть, да. И я еще раз говорю, ну, мы не видим, естественно, эфира ворота, но, скорее всего, он такой, и он как раз сферический. Ну, а вот здесь-то вы скажете, третий, четвертый, пятый уровень как-то со сферичностью явно не дружит. Не дружит. Очень интересный вопрос на самом деле. Я считаю, вот с точки зрения классификации, это очень интересный вопрос. А почему здесь нет сферичности? Мне кажется, за этим вопросом очень, очень непростой ответ и очень интересный. Мне кажется, что это как раз ответ на то, а зачем вообще нужны люди тогда здесь? Вот человек, он что здесь делает? Почему он не сферичен и почему он здесь вот такой и он именно здесь? Интересно, что в такой классификации получилось, я не специально это делал, получилось, что человек строго в центре, пятое, обратите внимание. И между прочим, если вы эту классификацию начнете накладывать на такую вещь, как чакры, да, вот, человеческого тела, то обратите внимание, что нижняя чакра красная, не помню ее название, условно говоря, кундалини, да, там где у нас копчик. В общем, первая чакра, нижняя, красная, она соответствует третьему уровню молекула, биологическому. А есть еще две ниже, оказывается. И тогда вот здесь вот у нас, ну, репродуктивный орган, правда ведь, клетка, как я уже сказал. Первое, уровень организации, который может сам себя воспроизводить. Ну и дальше. А это пупок. Тоже интересная точка на теле, да, человека. Пупок, пуповина. Очень интересно. Это вообще-то центр. Пуп земли. Пуп. Пуп, центр. Вот он, правильно. Ну и дальше соотнесите. Ну это я так. Это если вам интересно будет, можете как-то сопоставить и посмотреть, как-то это соответствует чему-то. У меня какие-то свои резоны и свои мысли на этот счет, да? Я же вот из чего исхожу. Уровни организации, я бы сказал. Но странно, что действительно вот здесь вот третий, четвертый уровень не сферичный. Поэтому сказать, вот, что они вот так организованы, ну, нельзя напрямую. Очень многие мысли рождают. Ну, на всю оставшуюся жизнь, да, тут исследований. Я так считаю, чего и вам желаю. Завершить могу только словами традиционными. Надеюсь,
еще встретимся. Ну, уже так вот жестко не обещаю, потому что, во-первых, я выговорил почти все, что на текущий момент у меня системно легло, осело в моей голове. Все остальное как-то не системно, и мне надо продолжать. Я уже говорил, да, что вообще вот это все, вот это все, так или иначе, мне пришло в голову только ровно год назад. То есть вот этому всему всего лишь год обдумывания. И то я, возможно, кто-то скажет, что я тороплюсь, чтобы высказать это. Но у меня есть свой резон. Я хотел закончить не просто критикой современной физики, да, а хоть что-то показать, хоть что-то свое. Ну, своего может быть не так много. Вот только главное движение, да, эксперимент номер один, это все-таки мое. Ну, и некий ракурс, да, вот этих формул, трех формул, которые я вам дал, ну, которые я вот сам родил и вам показываю сейчас, вернее, они не то же, я вам дал, ничего я вам не дал, я просто показываю. Да, ракурс, под которым я показываю эти формулы, наверное, действительно необычен и многое рождает в голове, ну, надеюсь, у вас тоже. И вот эксперимент номер один, но это все, вот, я, вот, больше меня ни в чем нет. В принципе, все равно, эти формулы не мои, ведь правда, они были открыты давно, просто никто вот так их не записывал. Но больше мне особо сказать нечего, надо продолжать мыслить, и на несколько месяцев минимум я пропаду для широкой общественности. Широко известен в узких кругах, это называется, да, человек? Ну вот, может быть, на годы, поэтому... В некотором смысле это такое подведение итога, текущего. Поэтому на какое-то время с вами прощаюсь. Всего доброго. Надеюсь, увидимся.